بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Мы прошлую лекцию провели про талабу аль-илм, то есть ищи знания. И заранее мы говорили, лекцию мы делаем, чтобы их применять в жизни. То есть, если мы говорим про талабу аль-илм, побуждаем на то, чтобы искали знания. Чтобы эта лекция вас побудила на конкретные дела. Я посмотрел списки, кто после этого захотел учиться. Очень слабо, брать. Здесь у нас человек, наверное, 300 есть, как минимум, даже, или 200. 40 чем-то желающих. Остальные все, что ученые, что все узнали, да, уже. Просьба, братья, поднимите руку, кто 3 месяца или 2 месяца Коран на таджвид урок ходил и исправил свой фатх. Можете поднять руку? Поднимите, просто не стесняйтесь, это начало нормально. 5%. 5%. Мы о чем говорили в прошлой лекции? 5% у нас, кто ходил, это в лучшем случае 5%. Фатиху читать должен из вас каждый умеет. Каждый человек отдельности фарзу ан умеет должен фатиху читать. Он книгу Аллаха читать не умеет. Как ты перед Аллахом станешь? Аллах Коран с чего начал? И Кора. Читай, Аллах сказал. Первое слово. Аллах тебе как повелевание сказал, читай. Почему ты не читаешь, брат? И что самая достойная книга на свете, чтобы читать ее? Кроме Корана есть более достойные книги. Аллах сказал первое слово читай, и Коран это самая священная книга, которую многим читают. Читайте Коран. Вот с этого начните, братья. А так, на лекцию пошел, пришел, где польза? Столько хадисов прочитали, субханаллах, про достоинство получения знаний. Как муджахид фи сабилля аджр получает. Вас это не зацепило. Ангелы свои крылья расстилают перед вами, когда вы талабу аль-илм. За это алиф ба учить идете, а ангелы вам крылья расстилают. Вас это не зацепило. Ученым на небесах и на земле, и даже рыба в воде истигфар делает, тоже не цепляет. Кто научился Корану и учит его другим, это лучший из вас, Расул Аллах. Разве не угодите быть лучшим? Почему на самом деле пассивность такая? Почему мы мусульман? Наш иман нас должен побуждать на дела. На лучшее, выше планку поставить и достигнуть. Потом еще выше, еще достигнуть. Мы на самом деле на месте буксуем. У нас новое поколение братьев растет уже 15, 17, 20 лет. Старшие поколения такие же остались, как были. Вот джахилям остались, были и остались. Что, чему ты новому поколению научишь? Какой ты пример им покажешь? Джахилям быть – это не айб, это не позорно и не стыдно. Джахилям остаться – стыдно из-за твоей лени. Остаться джахилям – это позор и стыд. Потому что мусульманин, первое слово Корана началось «Икра». Если ты читал бы, ты не остался бы джахилем. Ты не слушайся Аллаха. Ты говоришь, что я раб Аллаха, приходишь в дом Аллаха, и не слушайся Аллаха. Что вам надо сказать, кроме как муджахид фи сабилля, кто получает больше аджр? Лучший из вас, ну, почему вас не цепляет? Что вам нужно делать? Вам 220 вольт, как врачи вот так, чтобы вы ожили, что ли? Ну это же Аллах говорит, это же пророк сам говорит. Почему вам нет авторитета в этом? Мы же мусульман, мы ради этого готовы умереть. Но это слова. Ради этого ты даже сюда не 10-20 минут проехаться не готов, мечеть прийти. Час убили. Если ты ради Аллаха это не готов сделать, в лучшем случае ты 100 рублей там садапаки не готов. Это любой там даже, который не соблюдает, кто ему подойдет, он может тоже так. Усердия нет на пути Аллаха. Вот если ты здесь это проявишь, Аллах и в делах тоже проявишь. Здесь вот нужно спокойствие, спокойно прийти, выслушать шейха, учить урок,
уже это ихтикаф, это дополнительная сунна, дополнительно два намаза после магриба и иша ты в джамаате получаешь. Каждый день хотя бы чуть-чуть развиваешься. Вот год пройдет, ну чуть-чуть, но накопится. Уже другой человек, уже другой уровень. Их лекцию делать, и никакого результата нет. Зачем туда-сюда ходить? У меня другие дела в Аллахе спал, которые, может, еще важнее. Мне попросили, вы сюда приходите, делать. Я сказал, я сюда просто вам разговор, что не буду приходить. Если наш разговор к делам нас не побуждает, зачем говорить? Мало, пусть мало будет, которые дела делают, которые амал делают, они на самом деле намного сто раз лучше, чем одни и те же братья бывают, и активные, и в работе, и в учебе, и в помощи. Одни и те же лица. Остальные приходят, выслушали лекцию, а, хорошо было туда-сюда, вышел и исчез. Пропадает он. Личности должны быть. Где личность мусульманина? Где он? Везде он должен быть. Вот сподвижники были. Я, Анна, вот так меч держалась сразу, готов. Я Расул Аллах, вот скажи только готов. Выйти готов, умереть готов, работать готов. Где мы? Даже книгу в руки взять и почитать, подчас даже не готов. Сколько хадисов и аятов вас даже не побудило? Вам не знаю, что мертвые души, что ли? Неужели у вас в сердцах нету имана? Неужели это вас ничему не побуждает? Этот фитра должен был полный быть. Вы должны были сами записаться, и другие свои родственников, и братьев, и друзей потянут. Не сиди за чаем, не хабарничай, иди сюда. За Кораном сиди, в мечети Аллаха сиди. Мы здесь расходимся, кафе, чай пьем же. Пей чай, ахи, нет проблем. Ну, заслужи ее. День, один-два часа Аллаху удели. Кафир учится. Европейцы учатся, они развиваются. Мы даже их близко догнать не можем. Потому что они наши эти востоковеды все перечитали, все наше переняли, наши ахлахи. Чтобы мы договор не нарушаем, не врем. Это все ахлахи, они уже. Они наши книги все перевели, изучили и дальше пошли. Потому что мы перестали читать, мы до сих пор отстаем. У них покупаем все оборудование и машины, и все. Потому что мы лентяи. Потому что мы просто Аллаха не слушаемся. Есть люди, вот мечеть Аллах дал. Ты можешь туда прийти любое время, сесть и получить знания. Час уделить, 24 часа, субханаллах, не хватает тебе поспать, на работу пойти, с семьей посидеть. И чай попить можно будет. Ну, час-два удели, да, Аллах. Приходи за урок, за полчаса ты учишь урок. Неужели алифба там не так тяжело учишь? Дети учат 5 лет, 4 года. Мы сегодня еще раз будем писать, записывать, братья. Эту ситуацию надо поменять. Мы на самом деле не развиваемся. Никогда в жизни нам ничего не снится, даже исламское. Исламский хукумат, чтобы у нас было ахлах, чтобы исправилось. Наши же братья за ислам говорят, да'ват делают. Он да'ват делает, фатиха читать не умеет. Ну, субханаллах, как это можно? Но ты сам научись первого. Потом можно призвать братья. Есть все облегчено. В компьютерах, книги, переводы, субханаллах, есть все. Если кто-то может обвинить, нет, сейчас мы сделаем уроки. 4, 5, 6 разных учителей будет, и постоянно будут они. Тебе этот день неудобен, другой день запишись. Это время неудобно, другое время запишись, брат. Не трать время, в Аллах эта зима пройдет, как мигом, мимо нас пройдет она. Кто ходил, у него пройдет, и кто сидел дома, тоже пройдет. Но кто ходил, в конце, уже к весне он нормально Коран будет читать. Этого человека можно в другое место имамом поставить. Хотя бы фатиху правильно читает. Нельзя так, нельзя, мы вообще, я не знаю, страшно, вот было бы прекрасно, чтобы не Абрума сидел, другие сидели. Сам тот факт, что я здесь сижу, это плохо. Это уже мы отстаем, у нас развитие слабое. Потому что должны были лучше меня быть, еще более знающие быть. Которые больше нрав и амал тоже быть. Я вообще, честно говоря, себя презираю, думаю, это такой лентяй, Аллах недоволен собой. Вижу, братья вообще ничего не делают, и спокойно сидят, живут. Как вы спокойно спите, я не знаю. Вообще ничего не делают, и спокойно спят, как будто мусульмане намаз читают. Разве то, что ты намаз читаешь, это пять минут Аллаху уделяешь, ты кому-то одолжение делаешь? Это же намаз твой, который ты с Аллахом пять раз в день соединился, вот взывал Аллаху, должен тебя побудить на хорошее дело, на хороший нрав, на помощь, на что-то. Это в твоем лице амали должен проявиться этот намаз. Читает намаз, врет. Читает намаз, бизнесмены друг друга там вот топят, бизнес портят, влезают. Один расслабился, туда тоже лезет.
завидуют. Где ислам? Это мы тему закончили. И следующий урок тоже я подытожу. Посмотрю, значит, какое изменение есть. Если я 2-3 лекции так сделал, изменений не будет, я просто перестану их делать. И дальше свою работу буду делать. У меня работы сколько хочется. И кто хочет работать, мне сначала мы сказали, списки сделаем, и работа тоже будет. У меня следующая лекция будет называться, я хотел бы очень жестко назвать, честно говоря, но братья мне подсказали, после штана. Инвалиды ислама. Это молодежь, которые запоздали с ислама, женитьбой, инвалиды ислама. Особый тип людей. На самом деле инвалиды. Субханаллах. Я к ним обращаюсь. Я месяц назад познакомился с братьями, которые очень толстые шеи, накачались они. И хорошие машины, и возраст тоже за 28-7. И даже не думает жениться. Субханаллах. Я им сказал, что я отсюда им нагоняю сделаю. Умар ибн Хаттаб, на самом деле, это вам сказал. И Абу Завайд, он когда спросил Умар ибн Хаттаб, ты женился? Он говорит, нет. Тебя, говорит, от женитьбы удерживают две вещи. Или ты больной, или ты грешник. Один из этих молодежь, которые женились, одни из двух. Или они грешники, они грешат на самом деле. Или они больные люди. Здоровый человек, он на самом деле, у него лампочка горит. Он женится, вот как бензин заканчивается, вот так он, скорее всего, в ближайшее время должен жениться. Вот так у него сигнал срабатывает, потому что он вырос, уже это Аллах, который фитр поставил у него, шахват, он к женитьбе должен тянуться. И если это сигнала нет, брат, то ты или больной, или ты это сигнал на ту сторону используешь, а шахват в другую сторону ставишь. Харам делаешь. Но в Аллахе с одной женой не все очень тяжело бывает. Чтобы не посмотреть или там вот себя сохранить с одной женой. Вы как без жены 18 лет, 16 лет до 28 лет, 10 лет как вы держитесь? Ну, вообще у вас нервы, чувства, что-то осталось? Мертвы на самом деле. Субханаллах, в Дагестане, дагестанцы. Жаркая страна, субханаллах. Что-нибудь есть у вас живое? Вы на самом деле должны были бы в поиске. Что удерживает? Мы сейчас это обсудим, Мишала, что их удерживает. Но это, честно говоря, кошмарная ситуация. После Тарабуль-Альм это вторая кошмарная ситуация, поэтому это об этом говорим. Ученые никах тему ставят даже перед темой джихада. Разбирая тему никаха перед джихадом. Потому что после никаха рождаются дети, которые идут и джихад, и Тарабуль-Альм, и помогают мусульманам. Без никаха они не растут. Джихад забирает лучших, а никах заново растут. Вы это учтите. Это не просто твой шахват или там вот. Никахом новое поколение растет, которое могут и туда идти, и сюда. А джихад забирает лучших. Чтобы он забирал, надо, чтобы новые росли. Чтобы ты ушел и 3-4 после себя оставил, 5-10 оставил после себя. Они 100 заберут, нас 1000 появятся, альхамдулиллях. Это не просто тема никаха, это очень важная стратегическая тема. Но она очень ответственная тема. Чтобы ты ушел и оставил 10 и 5 лучших нормальных мусульман, надо этими детьми заниматься. И выбрать нормальную достойную жену. Иншаллах, об этом мы будем подробно говорить. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Аллах в Коране говорит. وعاشروهن بالمعروف. Живите с женами на тех условиях, на приемлемых условиях, в добре и в баракате. Фаин карихтумухунна. Если у вас к ним неприязнь появится, жена. Бывает такое тоже. Аллах говорит, фааса ан такраху шейам ва яджаля Аллаху фихи хайран катира. Может быть, вам что-то не понравится, говорит Аллах. Нет, ну Аллах в этом сделает очень много добра. Аллах Та'ала также Аллах говорит в Коране. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Знамение Аллаха говорит, то, что Он из вас же самих создал для вас жен. Это знамение. Из нас самих сотворил. С нашего ребра, да, Адама.
Зачем он создал? Литаскуну илейха. Чтобы мы нашли умиротворение и спокойствие с ним. На самом деле, ты же был холостой и женился. Спрашиваешь, как дела, как жизнь? Он говорит, раньше я существовал, сейчас я начал жить. Он находит спокойствие телесное, душевное. Приходит домой, отдыхает. Я имею в виду, когда нормальные жены. Есть жены, которые домой приходишь и думаешь. И у нас в Дагестане, в Аллах, очень много таких жен. И это отдельная тема, надо будет. И мы несколько лекций насчет никаха сделаем. И какие будут праведные жены, какие праведные мужья, какие у друг друга права. И как это создать, мы тоже начало в одной лекции разберем. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَ مَغَرَدُ Он создал из вас жен, чтобы вы получали спокойствие с ними. И сделал между вами любовь и милость. Это любовь, вот если ты женился по сунне на мусульманке, и ты мусульманин соблюдающий, Аллах между вами делает любовь. То есть на самом деле ты ее полюбишь. И милость тоже. Любовь, ученые говорят, бывает в молодости, когда у тебя все горит, любовь. Состарился человек под уже 60 лет. Может, любовь, она уже притупилась, чувства не такие острые. Но остается милость. Нужно друг друга ухаживать, поддерживать, если болеет там. Это милосердие это от имана. Сейчас мы будем, после того, как разобрали аят, мы будем разбирать, побуждать наших братьев к никаху. Потому что они на самом деле затянули. Так нельзя брать. И как это может затягивать, я не знаю. 28 лет, 30 лет не женат. Посмотрим. Если после этих аятов и хадисов вас ни к чему тоже, на самом деле вас тоже можно тогда уже как инвалидность, на вам желтую карточку, да, что они пишут? Карточку, да, дают инвалидам специально? Можно в фонд их записать, чтобы им тоже давали помощь. Как инвалидам. Во-первых, это завещание пророка Саусам Женеса. Это сам пророк Саусам завещал нам. И он говорил, хадис известный, молодежь, они основные его знают. Не просто, кто не знает, узнает, а кто знает, он повторит для себя. Пророк Саусам говорит, я маша расшаба. Он обращается, о, молодежь, а молодежь обращается. Манистата аль-баата, манистата аминкум аль-баата. Кто из вас может, говорит, у него есть силы жениться, фалиятазаубач, пусть он женится. Это повеление пророка Саусам. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ Поистине это больше нас удерживает от зина глаз. وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ И тоже от зина также удерживает. То есть наш фарж, наш аврат удерживает от зина. То есть кто женатый, у него нет тяги такой. Кто сытый, он не ворует. Голодный ищет, откуда своровать хлеб или что-нибудь. Ученые говорят, альбаата, кто вот, альбаата, некоторые толкуют, у кого есть деньги, возможность жениться. Почти все ученые говорят, альбаата, у кого есть силы, то есть женой спать силы есть, это ему обращение. А кто из молодежи у этого силы нет? Редко кто может быть вот таким больным. Морально больным может, но физически в основном все здоровы. Имам Шафии говорит, альбаата это то, что для женитьбы нужно. Вещи, там вот этот диван, как мы то, что собираем. Именно материальная часть. Все ученые и муфасы говорят, альбаата это тот, кто может спать с женой. Тот пусть женится, просто сам говорит. Вот если концовка хадиса идет, если он не может, то есть не может не потому, что он больной физически, не может, потому что не может достать жену, ищет он, у него какие-то вот описания требования, ищет. Задержка получилась. В этой ситуации что он делает? Он просто говорит, пусть держит пост. И я сейчас молодежь тоже призываю. Вот зима, хотя бы понедельник, четверг, держите пост. Хотя бы, как минимум. Если у кого больше, на самом деле, пыл, он пусть через день хотя бы держит, как самым доучим, как доудержал. Чтобы сломать свой шахват. Голодный человек, он думает о еде больше, чем о женщинах. А сытый человек, когда он на самом деле, у него свободное время есть, он начинает о чем угодно думать. И в первую очередь о женщинах. Один из студентов пили чай. Я одну историю реально рассказываю.
И студенты между собой, один из них, молодой, который не женился, рассказывал постоянно о жене, теперь о жене, о девушке, ну, как вот у нас среди братьев бывает. Сестра, не сестра, хочу жениться, не хочу жениться, это обсуждал. И один из них, вот женатый, достал это раз, он говорит, сколько можно говорить, да? Перестань, он говорит. Он, как я говорю, могу не говорить об этом, когда это больше всего я этого хочу. Человек, когда чего-то хочет, он постоянно об этом говорит. Ты у него хочешь, не хочешь, автоматически получается. И если у него не жениться не может, он просто не то, что не может, вот ищет он, не нашел, пусть просто держит вас. Это, иншаллах, его шаббат сломает. Есть братья, которые удерживают жениться, чтобы он ее содержать не сможет. Он еще вот, морально, финансово останов не состоялся. Некоторые, честно говоря, морально не состоялись. Они живут с родителем, постоянно от родителей зависят. Папа сказал, мама сказал. Там вот нет у него самостоятельности, и он морально не готов взять на себя ответственность. Есть, которые на самом деле, они готовы морально, но нету материальности. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Саллятатун хаббун аля Аллахи аунуху». Три человека, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, которые Аллах на себя хак взял помочь им. Кто первый? Первый, «Аль-Муджахиду фи сабилиллах». Аллах муджахида на себя взял, чтобы ему помочь в исабилях, как вышел. Первое. Второе. «Валмукатибу ляди юриду ляда». Это раб, который хозяин сказал, вот столько заплатишь, где ты будешь свободен. Если он хочет отдать и работает, Аллах ему поможет. Аллах на себя взял его помочь. И сейчас рабу, альхамдуля, нету. Сейчас это имеется в мусульмане рабы. Никто не хочет быть рабом. Если мы были бы сами родились рабами, нам очень не понравилось, потому что нам командовали туда послать. Мы сами свободолюбивый народ. Это наша натура мусульман. «Ваннакиху ляди юриду аль-афаф». Третий человек, который Аллах на себя взял хак, помочь ему, ризг, да. Это тот, который женится, хочет свою честь и целомудрие сохранить, чтобы не грешил. Аллах на себя взял тебе помочь. И не бойтесь, братья. Пророк сказал того, который пришла и сказала, «Я себе дарю тебе, я Расуля Аллах сказал». История известная, большинство братьев это знают. Я тебе дарю, говорит. Она его полюбила, хотела замуж за него. Пророк сам снизу Давыд посмотрел на него и промолчал. Может быть, причина не понравилась. Или у него на самом деле места не было, у него 9 жен было. Больше 9 ему нельзя. Этот момент заметил сподвижник тему и сказал, я Расул Аллах, если у тебя нет в ней нужды, выдай ее за меня замуж. Тему перевели. Пророк сам говорит, а есть тебе что-нибудь махри заплатил? Хамисница. У меня рубашку, вот сниму ее, просто он говорит, если ты ее снимешь, ты сам без рубашки останешься. Сейчас я сниму рубашку, я без рубашки останусь. Засмеялся просто сам, говорит, ты сам без нее останешься. Иди, говорит, домой, найди кольцо, которое железное, ну что-нибудь, да, чтобы дать. Прошел, он пришел, я рассуждал, Аллах, говорит, ничего не нашел. Я могу Аллахом поклясться, здесь молодежь, которая денег, проблем есть, у всех есть эти кольца, и серебряные тоже есть, не только железные. Есть что-то имущество, которое, ну, 1000 рублей, 500 рублей. Ну что-нибудь, книгу же есть, махр заплатить? Есть у вас? Просто он говорит, иди, вот найди кольцо, и нашел. Когда он сказал, есть суры, знаешь, какие суры? Он говорит, такие суры знает. Научи ее сурам, и это тебе махр будет, вот там же никак не почитал. Разве просто он сказал, ты не сможешь ее содержать? А как ты так будешь? У тебя кольца даже нету, что? Субханаллах. Женил он ее женил, и Аллах не знает, что они с голоду не померли. Никогда в жизни не померли. Потому что 4 месяца, когда в утробе матери, Аллах риск пишет этому ребенку. И он когда вырастает, пока его риск не закончится, он не умрет. И никто здесь от голода в Дагестане не пухнет. Это не Африка. Но в Аллахе, кто работает, здесь нормально живет. Это вся шкуни, вот у них не получается. Кто работает, вот я же вам говорил, подсобник 1000 рублей в день получает. Отсобник, который просто умеет раствор делать, тащить туда-сюда, копать, не копать. 1000 рублей. Это 25 тысяч, 24-6 тысяч в месяц. 4 дня в выходной сделать. Разве это не хватит содержать ему? Аллах не хватит брать. Ну работать надо. Это опять наше время. Кто учится и ленится, и работает и ленится. Этот человек женился, и нормально. Ну мы хотим свадьбы, церемонии. И сразу, вот это мы не обсуждать начало. Аллах в Коране говорит, «Фанкиху ма таба лаку миня ниса». Женитесь на тех, которые вам понравились, женщин.
И он начал, конечно, с двух. Масна, вафуля, саваруба. Две, три, четыре. Одну он сказал, те, которые боятся быть несправедливыми. Вот справедливость, конечно, мы говорим на такое понятие, а у тебя все равно ты сердцем не сможешь, женщина все приводит, чтобы не смогли там устрашать нас. Разве не можете сюда купить картошку килограмм и сюда картошку килограмм? Купить ей платье и здесь платье, ей снять квартиру и здесь снять квартиру и построить дом. Разве в этом не сложность? Единственное, надо знать права жен, права твои, никак. Надо соблюдать ислам, бояться Аллаха. Этот человек, который Аллаха боится, он может жену сюда взять. Аллах говорит, двух, трех, четырех. Ученые говорят, если ты не боишься быть несправедливым, бери четыре жены. То есть она, а это вот так толкуется задом наперед. Если ты четыре боишься быть несправедливым, тогда три бери. Если ты думаешь, три не потянешь быть несправедливым, тогда хотя бы выбери. С этого начинается. Но если ты такой слабый человек, что даже двух не сможешь, ну тогда вообще одно и живи дальше, хотя бы грех не попадать. Хотя бы как хлеб, соль, чтобы тебе было. Ну чтобы ни с голоду, ни померять, чтобы хоть бы одна жена. Это вот так идет. Почему, братья, не нужны? Где много жен, там много детей. Где много детей, там много и ученых, и муджахидов, и врачей, полезных людей для ислама. Дальше про это будем говорить насчет размножения, просто как вот обещал. Аллах в Коране также говорит, «Аузу биллахи мин шейтан раджим». «Ваанкиху л-айяма минкум». Он нам говорил, женитесь, даже это обращение молодежи. И не надо ли молодые люди, которые за 20 лет, папа женит, мама не хочет. Где ваше мнение? Это вы должны жениться, это ваш выбор. Вы же не девушки, которые замуж за руку дают. Вы мужчины, и ваше слово должно доминировать. Вы с ним будете жить, вы с ним будете спать, вы будете с ним семью создавать. Мать, она, а наши родители в основном смотрят на что? Нация, район, село, сколько у него колым. Работящая, не работящая, тоже больно. Там в огороде хорошо работает. Это для них тоже хорошее. А вот ты с ней ладишь, не ладишь по характеру, это их не касается. Это обращение мужчины. Аллах так же говорит, «Анкихуль Аяма Минко». Выдавайте замуж Аяма, это женщины, которые могут выйти замуж, будь они разведенные или не разведенные. Это валиям, отцам это обращение. Вы давайте своих дочерей замуж. И отцы тоже почувствуют, тоже держат, пока вот подходящие знатные семьи, богатые не придут, он их замуж не дает. Эта тема тоже будем шалаф сужать, хадисы тоже говорят. «Ан-Амр ибн Ас, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям, кал». Пророк сам говорит, «Ад-дунья матаа». Это мир, это матаа, говорит. Это вот вещи. Мы говорим, матаа – это то, что все, что вот это предметы, да, уходящие вещи. Вахейру матаа, лучший из этих матаа, уходящего, что есть? Аль-марату салиха, хорошая жена. То есть, что бы ты ни приобретал, хорошие машины, дома, все, если у тебя хорошей жены дома нет, то это все ничего не стоит. Это вещи, предметы, железо, камни. А женщина – это хорошая, которая тебя понимает, поддерживает. Тебе с ней хорошо, ты ее любишь, она тебя любит. Это душа, это человек. Она может за каждым великим человеком, великая женщина, она может побуждать на хорошие, великие дела. Если она хорошая, то имеется в виду. Мы помним тоже хадис. Пришли сподвижники женам пророка Соуса. Из них был тоже Абдулла Амру Нас, который усердно поклонялся Аллаху. И спросили про поклонение пророка Соуса. Когда это они услышали, они говорят, как будто они вот им это показалось мало. И почему им показалось мало? Они говорят, пророк Слава, которым Аллах снял грехи, которые будут на будущее, и которые бывшие тоже. А мы, говорят, грешники, у нас Аллах нам не простил грехи, еще будущие и прошедшие. Поэтому нам надо больше усердства проявлять, больше поклоняться Аллаху. И каждый из них троих выбрал, да, себе какой-то вот путь. Один говорит, я не буду спать, и тахаджу читать. Другой говорит, я буду постоянно поститься. Третий говорит, я не женюсь. Это тоже очень большой, на самом деле, как сказать. Большой шаг взять и жениться. Конечно, жены просто сам рассказали пророку про это, что вот такие пришли, вот такие вещи сказали. Пророк сам сразу разгневался, встал на мимбар.
Он по именам не говорил, потому что по именам нехорошо говорить люди. Он говорит, это вы, которые сказали вот это и вот это. Аллахи говорит, я больше вас Аллаха боюсь, это хадис известный. Из вас лучше, больше всего я Аллаха боюсь того. Я, говорит, сплю и читаю тахаджуд, просто в конце ночи он просыпается. Просто держу и отпускаю. И женюсь на женщине. В множественном числе. Женюсь на женщине. Вот это заботу, не сам, брат. Кто из моей сунны что-то друг оставил мою сунну, другой выберет. То есть сунна, женить это сунна. Если он оставит, я отвернулся к вот, монашеству, да, или у нас монахи бывают. И кто еще будет на это церковь? Аскет. Нет, вот эти христиане, которые не женятся, сидят в этом монастыре. Ну да, они же отрекаются от них, аузубилля. Это от христиан. Аллах говорит в Коране, они говорят, на себя это взяли, говорят, я им не повелевал это дело. Коран Аллах говорит. Они сами на себя, это беда их в религии. И он говорит, кто от моей сунны отвернется, он не с моей уммы. То есть кто никак оставил, он след нашей уммы. Это сунна пророка Саса. Дальше идем. Саид ибн Джубейр. Иншаллах, мы сегодня одного табиина пройдем. Он по имени, он связан с никахом. И в следующем лекции я хочу про Саида ибн Джубейра рассказать, как он, какой у него на самом деле гигантский позицию занял, когда Хаджадж Юсуф, тот, который кровь проливал мусульман, страх наводил, как ученый перед ним стал и на самом деле достойно себя повел. Вот этот ученый Саид ибн Джубейр, он говорит, не Ибн Аббас сказал, верен Ибн Пророк Сосан. Халька заводчик, ты как женился? Спрашивает, женат я? Ультуля, он говорит, нет. Он говорит, женись, как поистине лучший из этой умы, как тот, у кого больше всего жен. Вот так Ибн Аббас говорит, лучший из этой умы, у кого больше всего жен. Это хадис рассказал Бухари, это не хадис, это Асхар Ибн Аббаса, это Бухари рассказал. Ученые говорят, два толкования этого слова, асхар. Лучший из вас, кто больше всего жен, это пророк Саусам, во-первых, у него больше всего жен было. То есть у него 9 жен позволялось, у него максимально 9 жен было. И также говорят другие, которые следовали за пророком Саусам, соблюдали сунну многоженство, они тоже мешало лучше. Разве это не большой довод? Чтобы нас побудить к жениться, братья мусульмане. Также Пророк говорит, «Лам ярал бил мутахабина мисли никах». Двум любящим людям, девушке, мальчику или мусульманину, брату, нет как лучшего, чем никах. Братья говорят, как может быть ислам и любовь, там, как он может любить? Может любить. Он узнал про одну девушку, вот, увидел, понравилось, узнал про него хорошее, он может любиться в нем. Это там вот, вот учатся там тоже где-то, вот ходят, ну, может девушку влюбиться человек. Этим любящим друг друга людям просто говорят, нет лучшего, чем никак почти. Нельзя их оставлять так долго. Потихоньку начинают встречаться, лишние вот харам делают. Это узнали, вот есть любовь, а это обращение отцу тоже. Почитай никак, это правильно, нормальный соблюдающий мусульманин, оставь. Ты будешь запрещать, она все равно будет через телефон, как это добиваться, и субханаллах, и она грех попадает. Сам отец ее побуждает, как бы принуждает ее грех попадать. Она тоже человек, она не робот, и этот парень тоже не робот. Аиша говорит, Рабби Аллаху Анха, Тахайяру линутафикум, банки хуль акифа, выбирайте для своих семей, можно сказать, то есть, которые будущие детям, нормальных матерей, и выбирайте себе как ровню. То есть, если ты жену взял, например, ты был состоятельный и с ученым нормальной семьи, взял жену, которая ниже уровня, то есть там и соблюдения нету, и она не знает себя, как вести нормально. Она постоянно попадает под гнет своей матери. Она вечно недовольна ее поведением, ее культурой, чистотой, и ты сам просто, в конечном итоге, ты брак можешь расторгнуться. То есть, если ты в каком-то уровне вырос, знаний нет, какой-то уровень надо подбирать, чтобы вы общий язык находили. Ты взял, ты образованный, грамотный, воспитанный, взял невоспитанный, необразованный. Она всегда себя чувствует ущербно. И иногда наши родственники подчеркивают, что она такая. И начинают тебе тоже на голову капать. Конечно, в итоге, или тебе с ней не о чем будет говорить. Она это чувствует, что внимание не уделяешь.
ты что-то на стороне общаешься там, с братьями, друзьями. И она потихоньку это к скандалу идет. Если берешь, бери такую, которая тебе будет с ней интересна, которая может это на уровне вести семью и детей воспитать. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, говорит, у сына на отца три права есть. С сыном на отца. Не всегда же у отца на сыновей права есть. У сына тоже есть. Первое. Выбрать достойную мать. Чтобы сына родить, там достойную мать выбрать. Чтобы достойная детей рожала, она достойная мать была. Чтобы Аллаха боялась. Чтобы воспитанная была. Второе. Выбрать достойное имя сыну. Сыну и дочери разницы нет. То есть нормальное мусульманское имя. Третье. Научить сына или дочку Корану. Это твоя обязанность. И это сына хак на тебе. Из детства на детей Корану учит. Чтобы Корану детей научить, отец, ты должен сам научиться читать Коран. Вот о чем мы говорили в начале лекции. Чтобы своего сына научить, сам научись Коран. Тебе не стыдно будет, что твой сын читает Коран, ты сам не умеешь это читать. Твой сын мусульман, ты что, не мусульман, что ли? Тебя тоже касается. Эти три права, которые детей на отца есть. Также пророк Саусам завещает, женитесь на любящих аль-вадуд, то есть, которые они вот, в них есть милосердие, чувства, детям такие вот, которые жалеют, не такие грубые, черствые женщины, а такие, которые вот, на самом деле, у них есть милосердие и любовь. На любящих и вадуд, которые много детей рожают. То есть, есть породы женщин, которые рожают детей, есть, которые бесплодные. Просто он, это, почему он так сказал? До этого пришел пророк, сказал, один человек, он говорит, я Расулаллах, я нашел одну красивую, такую хорошую девушку, я хочу на ней жить, но она только детей не рожает. То есть она знатная, красивая, ну, соблюдающая, но детей не может рожать. Просто он запретил ему жениться. Второй раз сказал, тогда он сказал, женитесь на любящих и рожающих детей, которые плодятся. Потому что смысл женитьбы мы знаем, чтобы потомство было. Можно такую взять, если у тебя другая жена есть, которая рожает, и тебе просто ради Аллаха взял, чтобы ее сохранить, чтобы ее на самом деле скрыть его, и чисто ради Аллаха. Конечно, кто многоженцы, кто хочет жениться хочет, или девушек хочет жениться и обсуждать эту тему, они, у женщин такая вот, вот вопрос такой бывает. Неужели кроме многоженства у вас цены нет? Соблюдай молодость, какую угодно сумму, так я эту тему оставлю. Как будто вот, любить женщин, это зазорно или неправильно. Пророк Саусам говорит, тот, который лучший из этой умы, лучший из людей. В этом мире, говорит, Аллах мне сделал, чтобы я полюбил женщин и мисс. Пророк Саусам говорит, я люблю женщин. И мисс, но харам он не берет, он себе жену берет. И мисс тоже, красивый, приятный запах он любил. Ну, Курвату Айни, как предел его счастья, это намазил. Он намазил, уходил, общался с Аллахом, забывал и про женщин, и про все остальное. А с этого мирского мата он любит женщин и мирск. И на мирске у него были самые хорошие мирски. Очень дорогие мирски. Он по улице проходил, там мирск запах оставался. Он с тобой заработался целый день вот от руки, которую мирск, он запах не уходил. И женщин любил тоже, он до самых 63 года, у него 9 максимально жен был. Ниже потолка не опускал. Любил же он. Ему же не зазорно было, я как люблю. Потому что Аллах сделал, в Коране говорит Аллах, «Зуйгина линнаси хуббу шахавати минан ниса». Аллах говорит, приукрасил людям шахавати женщин. То есть женщин Аллах приукрасил нам, что они нравятся. Это нормально, это фитра. Вальбанина, потом он говорит, дети. То есть мы сперва любим больше всех женщин, мужчин. Потом детей. Потом Аллах говорит, золото и серебро, то есть имущество. Потом хайли, он лошади говорит, сейчас машины. Молодежь любит машины, хорошие машины. Обсуждают же это. Ну, в первую очередь женщины, потом дети, потом деньги, потом машины. Это Аллах программу поставил в нас. Вот хочешь ты этого, не хочешь. Если у тебя не так, значит ты не здоровый человек. Ну не здоровый человек, где-то баланс нарушен. Аллах говорит, я приукрасил. Если тебе Аллах приукрасил, вот говори то, что тебе Аллах приукрасил, разве это зазорно или неправильно? Другое дело, Аллах поставил рамки. То есть он приукрасил, ну, чтобы мы харам не выходили, наш хабат, когда Аллах нас наложил, сделал чистый канал, чтобы туда это вложить. Если мы чистый канал никак не делаем, это шахват, она рано или поздно через харам выходит.
Там арабская страна, где это женитьба очень закреплено, где там много махар, там вот они собирают всю жизнь, 30-35 лет женятся. Потихоньку гомосексуализм появляется, педофилия появляется. Значит, почему? Нужно даже охватить ее, правильный канал не поставил, она потихоньку блоком выходит. И вот я же беда. Это шузур. Это на самом деле страшный грех. Аллах лучше на том. Они знают, хлеб, соль кушать, деньги накопить, быстро жениться. Лишний раз не посмотреть на харам, лишний раз не сделать греховное. Это на самом деле очень большая проблема нашей умы. Арабские страны, это очень остро обсуждается педофилия и гомосексуализм. Потому что 35 женится. 35, брат, это какой у тебя же охват был? Уже все, уже, организм уже свикнулся с тем, что у тебя больше не будет там желания женщин. Что все уже тормозится. Вот как у вас мышцы есть? Вот если мы молодые занимаемся, есть мышцы. Если лет 15-20 не пользоваться этими мышцами, вот лежишь в койке постоянно, тебя вот так искусственно питают, с этими мышцами что превратится? Вот сейчас поняли, почему инвалиды? Побойтесь за Аллаха, чтобы не отрофировали. Аллах вам дал это для того, чтобы ее запустили. Халал, канал поставили. Чтобы вам совестно было, Ибн Масуд, радиаллаху анху, говорит, если с моей жизни, говорит, не осталось бы, кроме 10 дней, и я знал бы, в конце 10-го дня, что я 100% умру, и у меня есть, говорит, желание было бы женщина, я бы, говорит, женился, боясь в этом попасть. 10 дней жизни осталось. И 10-й день он умирает. Но у него остались еще силы, еще орган не атрофирован, как бы. Он говорит, я бы женился, говорит, боясь в этом попасть. 10 дней, брат, сколько будет? 10 лет не женаты. С 16 лет у человека начинает думать, и девушки хочет. Ну, он еще морально никак не состоял. 18, ну 20. Ну 25, братья, ну что-нибудь сделайте, что вы делаете на самом деле. И думаю, сколько 10 дней осталось, готов жениться. Да, Аллах, вот такие мужчины были тогда. У нас какие-то непонятные мужчины сейчас. Али Абу-Бакр Сиддик, Аллах, насчет опять, братья говорят, насчет денег. Жениться да не можем, а вот деньги откуда взять, ну просто. Абу-Бакр говорит, «Ати Аллаха фима амаракум бихи мина никах». Послушайтесь Аллаха, повинуйтесь, как Аллах сказал, женитесь, фанкирот. Повинуйтесь Аллаха в том, что Аллах вам повелел в никахе, говорит. И Аллах, говорит, свой договор, который вам дал, что вас риск даст, или обогатит вас, он тоже вам договор выполнит. То есть выполнит тот, который Аллах тебе повелел, Аллаха приказ, Аллах то, что обещал вам гина, богатство и имущество, Аллах вам даст это. Он только выполнит то, что Аллах тебе сказал. Риск Аллаха на свет берет. Аллах, который боится, что риска не будет, Аллах так говорит. Нахну нарзукухум ва ияку. Сперва я их прокормлю, говорю, потом тебя. Аллах прокормит, ты не прокормишь, брат. Риск Аллах же дает, мы же это верим. Просто мы-то верим, а его родители убедить очень сложно, да? Это хабат и его родителям скажет. Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорит, наш муфассир умма, нашей уммы, который больше всех тафсир Корана понимал, и говорит, ибн Аббас, он говорит, никогда не завершится поклонение поклоняющего человека, который вам постоянно ибадат делает, хатта это заводит, пока он не женится. Что бы ты ни сделал в жизни, у тебя религия совершенно не будет, пока ты не женишься. Даже они считали, как никах это половина религии. И побойся Аллаха, говорит, остальную половину. Представь, у тебя половина религии, дома хорошая жена, которая тебя любит и подчиняется. Ты с ней побыл ночью, у тебя голова все очистилась, успокоился. Ты выходишь, ты можешь думать, как физабильно, работать, учиться. А человек, который на самом деле думает об этом, спит, об этом думает, встает, об этом думает. Поэтому он мечет, а мне не делать не идет. Знаешь, у меня есть эта книга, он что-то другое видит. У него уже галлюцинации начинаются. Умар ибн Хаттаб говорит, «Актиру миналь ияль», преувеличьте свою семью.
То есть побольше детей рожайте и женитесь. فإنكم لا تدرون بمن ترزقون. Вы говорите, поистине не знаете, как, из-за кого Аллах вам близко дает. Там бывает, братья, еще одна дочка родилась, а, еще один сын. Он говорит, Умар ибн Хаттаб говорит, побольше детей как делать. Вы не знаете, из-за каких этих детей вас Аллах близко дает. Иногда бывает, один ребенок появляется, Аллах близко дает, начинает, у него дела пошли уже дома. А ты как не знаешь, из-за кого Аллах дает. Побольше детей делать. А мы наоборот. А много детей, как их прокормить вам? Как будто ты их будешь кормить. Твой карман Аллах дает его резин, который Аллах ему предписал, что он живет и матери. Это мы же верить должны в это. Умар ибн Хаттаб слово Абу Завайду еще раз повторяю. Он сказал, жених сказал, поистине тебя женитьба не держит ничего, кроме грехов или болезней. Или, братья, или грешим, или больные. В Аллахе сложно не грешить. Очень сложно. Я знаю, очень большинство братьев. Это мы женим и Аллахом это грехи. Пусть Аллах нас простит и даст нам сабру. Просто удержаться, чтобы не посмотреть, чтобы ни один грех не сделать. Очень сложно. В наше время, где телевизоры, интернеты, девушки на улице, вы в Махачкале, это столица. Просто на самом деле, понятно, сложно брать. Лучше, просто, кроме как никаха, в Аллахе больше ничего нет. Я в свое время 20 лет был, я женился 20 лет. Я знаю, до 20 лет, как мне очень тяжело было. Я еще учился тоже. Я сужу здесь, плакал Аллаха, просил, я Аллах, вот в этом году дай мне жену, я больше не могу на самом деле. Куда ни смотри, харам, нельзя. У тебя запрет, 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 только один канал. А денег нету, студент. Плакал Аллах, просил, Аллах, я дал мне Аллах. Как будто я во сне вот так проснулся и на жену оказался. Очень облегчил. Я вам насиха тоже, братья, делаю. Аллах, просите Аллах. Сужуд это то самое близкое место, где Аллах слушает твой дуа. Самое такое состояние, когда тебе вот очень сильно нужно, от души попроси Аллах, о Аллах, облегчи мне, дай мне правильную жену. Помоги мне жениться. В Аллахе никто не сможет вам помочь, кроме Аллаха. Аллах любую причину даст. Сам даже кто-то может тебе предложить. И там Аллах может такое дело тебе дать, баракат в деньгах сделать и быстро жениться. Только просто от души обратись к тому, кто Аллах может любую выполнить твою просьбу. Мы иногда отца просим, мать просим, кого-то просим. Кого угодно, но не того, кто может любую выполнить твою просьбу. Субхан Аллах. Не так просто вот, дежурные дуа, которые мы поднимаем после намаза или после чего-то. Там вот заучу какую-то дуа. А так дуа, которую ты хочешь, у тебя из сердца это уходит, со слезами. О Аллах, вот на самом деле, вот на своем языке, как ты понимаешь, вот сужу тебе сунна твиттер почитал перед утренним азаном вот, за полчаса, час. Аллах не может Аллах тебе не дать это. Ничего Аллах не сделает. Аллах кум говорит, и оно бывает. Попроси. Я понимаю, сложно. Вот в городе еще сложнее это никак. Это свадьба, это матери не понимают, отцы, родители, джанили бывают. Аллах, если Аллах дуа попросил, все бывает легко. Аллах облегчает, любые причины делать. Только ради Аллаха намерение сделать. Сейчас мы обсудим хикма, мудрость женитьбы. Хотя мы частично их затронули. Иншаллах, чтобы знали, в чем мудрость. Во-первых, татбиху сунна, соблюдение сунны, в этом мудрость. Лучшая мудрость в том, что мы соблюдаем сунну. Есть лучшие дороги, чем сунна, пророк. Вот мы ее соблюдаем, иншаллах, это первая хитма, мудрость. Вторая мудрость. Хефсу кулю мне заводжани ва сиранду. Обережение обеих мужа и жену от греха. Если у тебя муж есть, жена есть, зачем тебе харам? Ты можешь у жены все, что получить, все, что хочешь. Третье. Это то, что это женитьба, это естество. Это природа, которую Аллах нас внутри вот, вложил в программу. Все, что противоречит естеству, это уже шузуз называется, да? Отклонение. То есть гомосексуализм, педофилия, любое харам, аузу билля. Это все отклонение от естества. А женитьба это естественное. Пока он это естество, которое Аллах тебе создал, ради чего, не получит, тело не успокаивается. Аллах в Коране сказал, что каждому вещи он сделал пару. Даже цветы, они же определяют же между ними насекомые. Деревья, мужской и женский пол, животные, везде пары. Птицы пары создают, домик создают, яйца прадают, птенчивого. Это Аллах вот такую программу в этом мире сделал. И мы тоже, у нас такая же программа. Выбрать себе жену, пару, дом создать и
Дети появляются. То есть следующее поколение. Также сохранить общество исламское от греховного. Если человек женится, каждый женатый, все, каждая своя жена есть, он на другую там девушек чужих не будет оглядывать. То есть от отклонения сохраняется общество. Также сохранить человечество. Если женитьба не будет, детей рожать не будет, человечество же умерло. Еще одна из мудростей никаха, чтобы дети рожались и приуличить мусульман. Потому что Пророк сам говорил, танакаху такатару, женитесь и размножайтесь. Инни убахи бикумуль умама яумал кияма, судни деньги дьявола другими пророками, другие народы, которые яуды и христиан, он будет гордиться, что его ума самая большая. И кто женится, танакаху, опять-таки в множественном числе, кто женится, кто плодится, он делает, выполняет завещание пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И он будет, что наша ума большая, гордится. Ну, конечно, мы всегда говорим вместе с количеством, качество. Потому что воспитание детей тоже ответственность очень большая. Это отдельная тема. Просто мы не хотим другие темы затрагивать, потому что мы уйдем от темы. Опять-таки, каждый, когда, еще один из мудростей никаха, каждый муж и жена получает друг от друга то, что они хотят. Например, муж выходит, зарабатывает деньги, приносит продукты домой. Жена это не женское дело в основном. Жена сидит дома, готовит еду, чистит, готовит, ждет мужа. Она мужу создает дома уют, муж с улицы и имущество и пропитание, продукты несет. Каждый для чего создан, свою функцию выполняет, и гармония становится. Когда жена выходит на стройку работать или на железную дорогу, а когда муж дома сидит, там, вот, не знаю, готовит, там, чистит, пылесосит, это, считай, вот, равновесие теряем, да? Каждый свою функцию выполняет. Хотя мы не говорим, что помогать женам в семье, Аллах это не зазорно, братья. Пророк сам этим занимался, мы знаем, Аиша говорила, что чем занимался Пророк сам, говорит, в доме, в семье. Он говорит, делал то, что семья делает, он вместе с ними делал. Если там она пылесосит, у нее параллельно там каша горит, там варит, может мне взять, пропылесосит, ничего страшного. Или посмотреть там, она варится, не варится. Это Аллах, у нас есть такой менталитет, как будто западло это делает. Аллах, неправда такое. Может, жена там в больницу полетит, говорит, можешь памперс поменять, ничего страшного. Твой же сын это. Он может, ты вырастешь, постарешься, будешь койки слежать, он тебе эти памперсы может быть менять. Почему тебе сейчас западло? Аллах, может быть, ты же, мы можем насмехаться. Это маленький ребенок, не хочет это менять. Может, ты состаришься, будешь постель лежать годами, он до того это будет все убирать. Аллах, Аллах знает. И это не зазорно. И подметал он, и себе обувь там делал, чистил. Говорит, ничего страшного, пророк сам делал. Разве ты круче, чем пророк сам? Лучше, чем пророк. Пророку не было зазорно. Почему тебе зазорно? Мы основном наша джахилия гуляет так, что как будто ты это по хозяйству будешь помогать, как будто тебе, ты как женщина, как будто ты не мужчина. Вот руки там что-то взять боится, чтобы другие друзья подумают, это что за джайдливое? Это неправильно. Если нам пророк создан пример во всем, берите во всем пример. И также один из мудростей никаха в том, что опять-таки естество человеческое, женщина хочет быть матерью. У нее есть такой инстинкт материнства. Она вот 20 лет, 30 лет замуж не уходит, у нее уже ребенку, она уже чужих детей начинает родить. Она хочет лишь бы ребенка родить, да, она так думает. Потому что Аллах сделал такое естество, что она хочет ребенка тянется. Также отец хочет увидеть себе наследника. Я свое такое дело, компанию сделал, бизнес сделал, дом построил, чтобы сын унаследовал, чтобы он продолжил свое дело. Это обычное естество человека. И чтобы это успокоить себе, надо жениться и рожать детей. Если одну не получается, другую возьмет. Ничего страшного, это не конец света. Она может, первая может воспитывать, а второй же себе ребенка взять и воспитывать, никаких проблем нет. Ва биззаваджи такфилу умма, женитьба увеличивается наша умма. Ва тухфаду мина завали ва гизля. Также этим женитьбой, говорит, нашу умму сохраняется от уничтожения и от унижения. Когда вот мы знаем, малые народы, большие народы не оставляют, они начинают притеснять их в себе, захватывать. Когда нас много, нас никто не сможет обидеть. Ахлюссунна нас много становится. Альхамдулиллах, мы чувствуем же силу. Когда куда ты не пойдешь, увидишь на своего брата. В любых местах работают, и разные связи есть. И альхамдулиллах, друг друга поддерживают. Нас много,
это сила. И нас никто не может ни уничтожить, ни унизить. Поэтому, чтобы нас еще больше было, если нас сейчас вот здесь 1000 человек, например, каждый по 5 детей родил, уже 5000. Мы уходим, нас похоронили наши дети, но остается 5, их похоронили, еще 25, вот так мы растем. Буквально проходит пару поколений, мы, аль-хамдулла, нас все больше становится. Но для этого надо жениться, надо плодиться. И не бояться, что дети там не смогут прокормить. Субханалла, европейцы поняли это. Кафиры поняли, они сейчас дают да, пособие, дают капитал. Что только они дают, только плодите. Потому что они вымирают, они живут с собаками, они чем могут мужик с мужиком жить. Поэтому не плодятся, они понимают, что они вымирают. После лет 50, и мы все знаем, да видели эти ролики, всю эту ситуацию знаем, что они вымирают, у них страх. А мусульмане, аль-хамдулилля, растут и растут. Они конкретно боятся, что мы... А не знаешь, арабские страны, у нас в Сирии, Египте такие плакаты? Большая семья, говорит, это бедность. Большая семья, это безграмотность. Вот так. Обратную пропаганду делают. Это ЮНЕСКО, это международное. Потому что боятся, что у нас мусульман, они переселяются в Европу, потихоньку уже, наряду с европейцами уже заселяют Европу мусульман. Они мечети строят, это они реально видят, они пока с собаками ходят туда-сюда с мужиками. Мусульмане уже их кварталы захватывают. Именно никак, это джиаду никак. Это на самом деле, это просто против этого ты ничего не сделаешь. Они ничего не могут против такого джиада делать. Когда дети растут, растут, их районы заполняют. Даже воевать не надо. Еще и приятно тоже. Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, говорит, я, говорит, женюсь, у меня нету жениться, хажа, нету нужды, чтобы жениться. Он 7 раз в жизни женился. Троих отпустил, 4 не осталось. И больше 10 детей у меня тоже было. Он говорит, я женюсь, нету хажа, то жениться. Но есть жены, кто обслуживает его. Но женюсь, говорит, я спросил этой женой, говорит, у меня нету шахвата, не тянет мне. Потому что у него есть халифат на его голову. Он заглушен проблемам мусульман. Было время, когда мусульмане голодали, это голодные года пошли, когда Умар ибн Хаттаб халифа был. И все знают, через когда таваффу тебе доказывают, тариқат ас-сайд. Они тебе все приводят этот хадис Аббас, который дуа сделал. Почему Аббас дуа сделал? Потому что 4-5 лет мусульмане там засуха была. Засуха была такие, что вот травы нету, барашки худели так, что вот если ее залежешь, там мяса нет, его кушать нечего. Такие вот, только кожа и кости. И на самом деле страшный голод был. От голода мусульмане умирали. И Умар ибн Хаттаб писал своим этим правителям в Египет, Амру ибн Асу и в Шам, чтобы отправили оттуда продовольствие. Там-то нету засуха, там в Медине, в Мекке, в Саудии было засуха, джаз. И они по 1000 верблюдов караван отправляли еду, чтобы им запас был. То есть друг друга вот так баланс держали. И Умар ибн Хаттаб, пока мусульмане голодали, ночью и днем это еду, которую он встречал, вот, сам варил, сам раздавал, кормил. И пока каждый не насытится, он обеспокоен был. Годами он и его жены говорят, не спал с нами. Он забыл, что такое лазат, что такое женой спать. Несколько лет он вообще от джанаба не купался. Аллах, он так чувствует ответственность за каждого мусульманина. Поэтому мы говорим, тот, который там в неволе находится, наши братья, те, которые болеют, те, которые голодают, Аллах нас должно это касаться, брат. Вот так Умар ибн Хаттаб это чувствовал. Он был халифой, он мог просто приказать и сделали. Беспрекословно сделали сподвижники. Он сам делал. И поэтому очень важно, чтобы наши братья, и знающие, и не знающие, чтобы сами делали, показывали пример. Тоже нас, чтобы тоже задевало боль наших мусульман. Если этого нету, братья, это или лицемерие, или это нету имана. Это что-то страшное сердце, братья. Надо беспокоиться об этом. И видите, ну, он женился, Умар ибн Хаттаб, я говорю, женюсь без хажа. Не нуждаюсь в этой женитьбе. Ну, что он делает? И сплю с женой, хотя вот нет у него шахвата, но старается спать, да, женой. Надежды, говорят, что родится ребенок, который принесет мусульманам пользу. И другом ревайте, говорят, надежды, то, что пророк сам завещал, чтобы нас много было, судьи не гордиться, чтобы пророк сам гордился нам. Чтобы был причиной тому, чтобы пророк сам гордился. И он женился, под 60 лет взял жену Али Асхаба, он мухлюсон. Сколько должно быть дочери Али Асхаба,
чтобы Умар ибн Хаттаб взял Али Асаб, когда хиджру сделали жену на Фатиме. Она родила Хасана, Хусейна, третий, четвертый ребенка только она могла быть. Чтобы она еще подросла, там вот 3 года Абу-Бакр умер уже после халифата. А Умар ибн Хаттаб 10 лет был. Ну вот максимум 15 лет она и была. Умар ибн Хаттаб под 60 лет ее взял. Уже он засватал и взял. И она 3 детей ему родила. Субханава. Если у нас чуть-чуть взрослый сватает, а это ты большой, маленький договор. Если человек достойный, соблюдающий, Аллаха боится, не надо ждать, даже сам мог предлагать. Умар ибн Хаттаб, когда Хафса осталась без мужа, только Идда закончился, он пошел, говорит, Абу-Бакр, бери мою дочку замуж. Абу-Бакр старше него, дочка него, его детям даже меньше, чем его дети. Он говорит, бери мою дочку. Субханава. Абу-Бакр промолчал. Усман пошел, не знаем, история известная. Усман тоже промолчал. Конечно, промолчали, они знают, что Пророк Сазам хотел жениться на ней. Пророк Сазам взял ее в жены. Абу-Бакр заметил, что, конечно, он могу не понравилось. Я сам тебе предлагаю дочь, а ты молчишь. Я сделал уже первый шаг, хотел, наверное, чтобы ответил. И Абу-Бакр пошел к Умару, говорит, Умар, наверное, ты в себе внутри находишь какой-то неприязнь, то, что обиду на меня. Я, говорит, слышал, что Пророк Сазам про нее говорил, упомянул ее. Поэтому я промолчал, я хотел лезть. А так я женился ему. И, альхамдулилля, Пророк Сазам взял. Опять-таки пророк взял, Умар на лет 10 моложе пророка Сазам был. Взял его дочку, 27 лет был Хафс. Это все мы читаем в книгах Сиры пророка Сазам. Кто ее в жизни применяет? Где отцы, которые говорят, видел, которые соблюдающего брата? Брат, возьми мою дочку замуж. Я тебе облегчаю ему женитьбу. Где они? Где среди нас все есть, которые дочери выросли? Аллах, ко мне подходят молодые братья, говорят, здесь твой друг Ар-Руссуна, у него дочка подросла, она хочет за меня замуж. Поговори с ним, говорит. Разве мне надо говорить? Он сам должен говорить, брат, возьми мою дочку. Это Умар и пророк. Идем дальше. Опять-таки отцы держат своих дочерей дома. Маринуют, что ли? Эти дочки тоже же не Аллах, они не деревянные, не железные. Аллах в них тоже такой же, как в молодых парнях сделал, шаббат, в них тоже сделал. И в наше время они тоже, у них телевизор, у них тоже, они сейчас 13, 12, 10 лет девочка все знает. Наши матери выходили замуж и не понимали, почему вот муж к ней первую ночь пристает. Бывает, есть такие, мне рассказывали, не понимаешь, что ты от меня хочешь. А сейчас тебе 10 лет, 13 лет девушке даже все расскажет, по полкам поставит. Знаете сейчас? Уже не по нас слушает. Среди них это обсуждают, среди взрослых они не говорят это. Ну 15-16 лет она все понимает. Она хочет даже замуж. Отец должен это учитывать. Надо поговорить с своей дочерью. Или мать поговорить с дочерью. Хочешь замуж? Ну, а я сам свою кульсум, да, 60 лет, может, это Умар ибн Хаттаб выдал. Умар, он ее не потеряет. Он ее воспитает, как положено. Все, он спокоен, отдал надежные руки. Дальше, что поступил, Али что сделал? Как только он родила, умер, 4 месяца, 10 лет, значит, от жены, приходит Хасан и Хусейн, родилаллаху анхума, к Фатиме и говорит, больше я замуж не выходи, потому что такого, как Умара, гиганта, ты больше не найдешь. Такого, если не найдешь, ты не будешь его уважать, то есть не будешь его чувствовать. По сравнению с Умаром, кто это будет? И поэтому ты как не будешь покорной, лучше сиди дома, вот 3 детей воспитывай. Только они ее убедили, приходят, Али Асаб тоже заходит. На 4 месяца, если не прошу, Идда закончилась, сразу еще за ней Али тоже приходит. Мне говорят, я тебе говорю, выдам замуж за Джафара сына. Джафар это его двоюродный брат, который шаре там стал, 2 руки отрубили, не знаем, который Аллах вместо них ему крылья дал. Это его сыновья, сироты. Он, конечно, за родственника беспокоится, сиротам хочет. И он говорит, я тебе сейчас выдам за Джафара сына. Она говорит, я не выйду замуж. Он сразу удивился. Аллах говорит, это вы двое его говорили. Почему так? Потому что я сам знал, что ее дочка ему никогда не будет перечить, он ее воспитал вот так. Но он сразу понял, это вирус, который извне произошел. Это вы двое, говорит, ее загрузили. И Аллах говорит, с вами разговаривать не буду, говорит, пока вы, говорит, она не выйдет замуж. Она говорит, все, отец, как бы, выходи, все, говорит, извиняемся. И он выдал замуж за сына Джафара. Он тоже шаритом стал.
Он выдал ее за его брата, другого сына Джафара. Он тоже шейтаном стал. Вот, отцы, если у вас чуть-чуть разум есть, если у вас чуть-чуть на самом деле благоразумие есть, знаете, эти девушки, это не знаю, огонь, который вот в печи, она вот чуть-чуть дотронется, она загорится. И также молодые парни, они ищут. Вот как только тебе возьмут, выдай ее замуж быстрее. Аллах, тебе сердце спокойнее, и ты аманат выполнил. Пророк говорит, кто известный хадис, да? Кто троих дочерей вырастил, по исламу воспитал, замуж выдал, тот попадает в рай. Вот выполни эту миссию, выдай ей замуж. Надежные руки, и все, успокойся. Не ищи пока вот вашего тухума, села, богатый, пока вот такой красивый, высокий, да? Такие нехорошие не бывают, у тебя дочка тоже не принцесса. Мы ищем вот таких вот условий, как будто ты сам такой, принц, который богатый, знатный, ты тоже обычный человек. Мы сейчас расскажем историю Табиина, Саид ибн Мусайеба, как он выдал свою дочку замуж, чтобы на практике, как салафи это применяли. Мы говорим с теми салафиты, посмотрим, как салафиты на самом деле жили. Честно говоря, половину лекции даже не закончить, пришлось все это оставить на время, проходит как быстро. Ну, эту историю обязательно рассказать, чтобы наши отцы, и вот мы тоже, насколько сами дочери вырастут. Мы сейчас так разговариваем о женитьбе. Проходит месяц, два, год, он женился, уже дети пошли. Сам даже не успевая понимать, он уже, у него дочери вырастает, к нему тоже сватаются. Человек, который ты обвинял человека, то, что тот отец жаден, не выдает тебе закон, вот ты сейчас сам можешь такое же делать. Ты тоже можешь, тоже захочешь, чтобы он там у тебя взят был такой хороший, знатный, красивый, богатый. Это тоже есть. Это не только со стороны сына бывает, что он хочет себе такую красивую, как принцессу. Они тоже хотят. Но знай, ты простой парень мусульманин. И возьми себе такую подобную. Не требуй много. Когда ты начинаешь условия, чем больше ставишь, тем больше усугубляешь себе поиск. Есть принципиальные вещи. Мне сказали, что женятся четыре причины. Да, это известный хадис. Красота, знатность и богатство. Это богатство очень важно для наших родителей. На самом деле, очень многие смотрят, как у него есть калым, там это. И жениха тоже богатого еще. Но надо искать по религиозности даже. Но если вот эти красота и богатство, знатность учитывается, но не учитывая религиозность, конечно, это человек, конечно, в итоге Аллах его унизит, это сильно разрушится. Если вместе с религиозностью есть красота, знатность, это очень прекрасно, это хорошо, братья. Но не всегда это все сочетается, как в нас самих, мы сами тоже не такие красивые, не такие и не богатые, мы тоже обычные парни. Возьми себе такую же обычную сестру. Не ищи, чем больше ты будешь ставить условия, тем больше сам это будешь затягиваться годами. А жениться ты же вот сейчас хочешь? Историю в Сирии расскажу. Нет. Там в Сирии. То же самое, брат, тоже ищут знатных и богатых, и ставят очень большой калым, что на самом деле братья не могут жениться. Они плачут чуть ли не, ну, тяжело. Это можно, конечно, это понимание отцов должно быть здесь, что он нормальный, реальный ман поставил, реальные условия поставил. Также общество тоже должно поспособствовать. Например, у нас в селе, у нас диван Алимо собрали и сделали такие условия, что никто больше 300 рублей калым не ставит. Все единогласно. И больше $1000 или $2000 девушки там вещи не покупают. Золото там определенное там $1500. Аллахи может любой парень жениться. Любой молодой человек, самый бедный семьи, он женится, я одинаково женюсь. Вот если ты хочешь, это, основном все это же бывает, это друг другу, вот, как сказать, на современном языке, панты, вот показать, что это, вот смотри, у меня дочку выдал в таком салоне, вот с таким этим, вот с таким машиной, лимузином. Это все, это Аллах, это рия. Это маленький ширк, можно сказать. Это показуха. Сказать, доказать, что ты вот круче, что ты такой, даже долги попадают. Аллах, это исраф. Так свадьба, так, я меня приглашаю на свадьбу. Но Аллах не люблю на свадьбе идти. Если у меня есть возможность, отмазываться. Столько на столе еды бывает. Каждую так по кусочку поставишь, насидишься. Эта еда половина, наверное, портится. Потому что салат уже там завянет. Уже ты ее дальше не съешь, куда ты ее понесешь. Там очень большой страх получается. И это все салоны дорогие, все это деньги стоят.
Эти деньги, если ты 10% на свадьбу потратил, собрал бы братьев, на каком бы это одни-два еда хватает. Плов с салатом, там овощным или чем-то, Аллах, песок, вот так это еда. Одни из этих блюд, пару блюд забрать, это вот так насытишься ты, вкусно поешь. А вот это салат такой, такой, оливье, нежное, их название тебе не причислишь. Это только салаты. Потом хинкал, аварский, даргинский, лавский, это отдельная тема. Потом чуду, муду, голубцы, субханал, это зачем столько еды? Это же деньги бешеные тратят. Эти деньги 20-30% потратят на свадьбу, остальные этому сыну дай. Иди купи себе квартиру, купи себе там какое-то дело, бизнес. Работай, субханал, такая помощь будет. Он несколько лет может спокойно эти деньги жить. И не трудиться, тара бляхан дела. Эти деньги можешь взять, поехать в Египет или в Сирию учиться. А вы, чтобы этим родственникам показать свои эти планты, столько денег потратил. А когда нужно сыну уехать учиться, ему на билет деньги не готов дать. А когда есть показуха, готов дать. И 50 тысяч, и 100 тысяч, и миллион. А когда ему нужно деньги, он иди работать, и говоришь ему. Помоги твой сын же, пусть учится. Только показуха даем, нету имана. Имана, показуха. Если общество, вот у нас, я говорю, свадьба, это просто братья покушали, ушли, девушки покушали, ушли, все. Это Алипатов будет маулид. Ну, у нас маулид не будет, но свадьба будет, покушали, ушли. И у сирийцев какая свадьба будет, братья, еще говорят. Наши еще, вот как, если я здесь лекцию читаю, мне еще на свадьбу приглашают, скажи там речь. Значит, это тоже надо сказать. На одной свадьбе пригласили и дали слово шейх Хамзе. Пусть Аллах его бережет. Мы его любим, уважаем. И все, у всех же остались столько нематов. Они в таком положении. И некоторые женщины болтают, да-да-да-да-да. И кто Хамза говорит, аяты, хадисы приводит, ну, 20-30% не слушает. А вот так же гуру там идет. Эй, Аллах, лучше не давайте знающим людям там говорить. Если ты даешь говорить, даешь ему микрофон, заткнись все это. Не можешь заткнуть, я. Дальше пусть болтает и кушает, они жрать пришли туда. Пусть жрут, да. В Сирии приходят на свадьбу, им пудинг дают. Пудинг покушал, вот свой голос забил, и кофе, 2-3 глотка делает. Потом шейх выступает. Шейх выступает, говорит тебе права жены, права мужа, сунну, которая не кахает, ваза делает, примеры салафов приводит. Альхамдулиллах, все позже получают, уходят, в тему уже получают ваз. А когда люди жрут столько еды, кто будет тебя слушать? Он же туда жрать пришел. Это раз. Во-вторых, эти родственники и так не посещают, кроме как-то азиатки и свадьбы. Они увидели, а, дверяный брат, они умеют с тобой брата болтают. А там шейх что говорит, неважно, аяты читает, хадис читает. Поэтому не надо, или свадьбу надо ее поменять, покушали, потом отдельно сели, чисто ради проповеди, ради пользы. Или сперва проповедь сделали, потом сели, покушали. Или вот эти свадебные свадьбы, не приглашайте, знаешь, людей. Аллах, это просто неуважение и знаниям, и Корану, который там читается, и хадисам. Это же больше половины, они все вот этими, я, у них кушают еще. Это общество, вот у нас это в Махачкале поменять очень сложно. А между Ахлус-Сунна можно сделать какие-то системы свадеб? И братьев собрали, накормили, бисмилля, не надо вот эти лимузины, салоны. Вот эти. Конечно, родителей переубедить очень сложно. Ну, родители, Аллах говорит, «Валя тусрифу, не делайте исраф». «Инна Аллаха ла юхиббуль мусрифин». Аллах не любит тех, которые делают исраф. Исраф не знает, что такое. Кто лишнее тратит, Аллах не любит их. Аллах, что может быть хуже, чтобы ты попался под теми людьми, которые Аллах тебя не любит? Самые счастливые люди на этом свете, на том свете, те, которые Аллах любит. Надо всегда стараться под ним вот, быть таким. Аллах не любит исраф делать. И этих свадьбах 95% исраф бывает. Редко кто, который братья делает, мечеть, вот эту простую свадьбу, у них, альхамдулилля, нормально получается. Старайтесь вот так свадьбу делать. История Саид ибн Мусайяб. Честно говоря, Саид ибн Мусайяб, великий ученый, табиин, который ибн Аббаса знание брал. И историки говорят, «Кана Саид ибн Мусайяб юфти ва сахабату ахья». Саид ибн Мусайяб дало фатву до муфтия, когда еще сподвижники живые были. Представь, при живых сподвижниках был табиин, который фатва давал. Это в Аллахе очень большая и великая честь. Потому что когда сподвижник живой, который пророк, если он жену выделал, человек есть, кто может говорить? У нас, когда при мне есть больше алимист, зачем мне говорить? Пусть он говорит. Тут сподвижники живые были, он говорил, и ему фатва давать разрешение было.
И история его начинается с, описывается, вот у нас она вот, история картинки с подвижника, да, вот, и потом картинки с табельного. Она написана как сценарий больше даже. И именно такие вот особые моменты, такие яркие они описывают. Не всю жизнь вот, она вот, а просто яркие моменты. И описывается, начинается эта картина, как вот, фильм, вот ты вот, читаешь, представляешь, как вот, сюжет. Начинается с того, что Амирул Муминин, Абдул-Малик ибн Марван, идет в хадж. У него столица Умавитов была Дамаск. И он во время сезона хаджа, за месяц, конечно, заранее выходили, у них целый караван, там у них верблюды, специальные такие, даже Кааба, которая как бы сделана на верблюде, шел, чтобы знали, что это хаджевики. И этот караван идет, и каждый раз останавливается караван, строит, ставится палатки, палатки обсуждаются с сиру, пророк, как хадж делать, проповеди, кушать. Вот таким вот величием этот караван шел халифа Амиру Муминин. И они дошли до Медины. В Медине халифа решил подольше остаться, чтобы пророк сам в мечети намаз читал, в раузе почитал он намаз. И видит там в Медине халка, мечети, уроки как идут. В этих халках, это больше всего его тронуло, в этих халках, конечно, сидели великие ученые, как, вот, как звезды на небесах. Это один из них был Курват ибн Зубейр, Зубейр сподвижник, верный брат пророка Сосан. Рубва, ты великий табиин, мы знаем, у него тоже его история есть, тоже была очень, очень сильная история, которую он потерял сына один день и потерял ногу. Мы знаем, да, эту историю. Он, когда трое перед Каабой, они попросили, два сделали, каждый, да, кто-то попросил, чтобы он правил этим рахам, кто-то попросил вообще, чтобы Амиром Муминин стал. А он попросил, чтобы он ученым стал, чтобы Аллах вот рай ему даровал. И один из них, который получил это царство, это ханство, кто Амиром стал, он говорил, кто хочет обитателя рая видеть, вот посмотрите на него, потому что всех рая дуа Аллах услышал. Значит, один из них он. Это Рубва уже уроки делал в Медине, когда Амир Муминин пришел. Вот так будет, братья, когда просите, просите ахера. Мир, мирской Аллах в Аллахе дает. Вот между тем, как Аллах дуа услышит, и между тем, как получить то, что вы хотите, есть одни маленькие детали. Вы должны знать четко, что вы хотите. Четко знать, что вы хотите. Попросить искренне так, что вот на самом деле, вот как будто ты, Аллах тебя слушает. Вот как тебе ребенок просит, твой сын приходит, папа, дай мне деньги. И так просит, как будто на самом деле ты не можешь ему отказать. Вот бывает так искренне от души просит, что ты не сможешь отогнать. Попросить Аллаха искренне так, что на самом деле вот, тебе нужно, вот ты вот умираешь без этого. И вот так попросить. И быть спокойным, что это Аллах услышал и тебе даст, это ничего ему не стоит. Это три. И в Аллахе рано или поздно это приходит. Это приходит то время, когда тебе Аллах знает, что тебе это лучше. Когда ты готов к этому. Просто надо знать четко цель, чего ты хочешь. Очень важная вещь. Многие братья, когда общаются, они даже не знают, чего хотят от жизни. Понятно, в общем, хотят красивую, хорошую жену, там, миллион долларов, это все хотят. Четко, конкретно, кем он хочет быть, какую, чему жизнь посвятить, какое вот достижение достичь. Если знать, написать, вот наклеить на стену, видеть это, постоянно думать, дуа, делать. Вот об этом дуа Аллах, Валлахи, Билляхи, Таллахи, Аллах дослал. Не может быть, да, Аллаху, чем обещание свое, которое он дал, испортить, ему легче весь земной шар разорвать на части. Аллах же обещал, что я близок, я дам, дуа, услышал. Мы же верим в это. Просто мы сами просим неубедительно, мы сами не знаем четко, что хотим. И дежурная дуа, она не помогает. Дежурная дуа, она делает. Проси так, когда ты настроен на дуа, конкретно что-то просишь. Идем дальше. Рубва ибн Зубейр попросил джанна, иншаллах получил джанна. И халкату Саид ибн Мусайяб. Один круг был ученого Саид ибн Мусайяб. Другой круг был Абдулла ибн Утба, тоже великий ученый табиин. Братья, я уже вы же чуть-чуть подустали даже. Но это, мы сейчас, я к концовке оставил историю, которая не нафигает, которую только можно слушать. Один день халифа в Медине находится, и побольше же решил остаться там, это ученый, это все. И проснулся к своему этому слуге, говорит, майсере, иди, говорит, он
Кайлюля спал обедом, раньше времени проснулся, говорит, иди пригласи меня, говорит, из мечети Медины пророка, одного из ученых, чтобы я с ним, вот, собеседник, пообщаться. Вот захотелось им с ученым пообщаться. Пришел в мечеть, посмотрел там, там один круг в это время, Халкабура, Саид Мусейб, урок шел. И примерно там шейх стоит, лет 60, он там не знает, кто такой. Это же слуга. Он ему так говорит. Так наглый. Он-то не знает, кто он такой. Он говорит, иди мечеть, кого-нибудь там. Шейх, конечно, внимания не обратил, не дал этому значения. Он подошел к этому слуге, ему говорит, ты что, не видишь, что я тебя зову? Он говорит, меня что ли? Он говорит, да. Ну что ты хочешь? Амир Муквин проснулся и пригласил к себе собеседника. Иди, говорит, найди мне собеседника. То есть он отправил его в мечеть специально. Он говорит, я не его собеседник. Он говорит, хочешь, чтобы мухаддис пришел и ему начал с ним беседовать? Он говорит, если он хочет, говорит, пусть сам приходит в мечеть, есть пространство, ему места хватит. И хадис, говорит, к нему не приходит, говорит, к хадису приходит. Если ты хочешь рядом хадис, он надо к хадису прийти. Вернулся там обратно, и Амир Мумин он подробно сказал, вот я ему вот так сказал, а он мне вот так ответил. Даже говорит, еще так нагло ответил, и даже он говорит, я сказал, я не твой собеседник, он подробно ему все рассказал, конечно, Амир. Он говорит, фатана хада Абдул-Малик ибн Марван. Он говорит, так вздохнул. Огорчился, вскочил и ушел в комнату. И когда уходил, он говорит, «Далека Саид Мус, это, говорит, Саид Мусайер. Лучше бы ты, как с ним не разговаривал, и не звал его». Когда он зашел в комнату, и сыновья халифы между собой молча говорят старшему, «Это кто такой, говорит, такой крутой человек, да, такой великий человек, что нашему Амиру Муминин халифе не ответил, чтобы не пришел?» Ему, говорит, весь мир, говорит, покорился. Даже римские императоры, говорят, его и увеличивают перед ним. Вот, они на самом деле боятся его и уважают. А он, кто такой, говорит, такой, чтобы он даже не падал, посмел не прийти? Он, этот говорит, Фапал Ахуль-Асхар. Большой брат говорит, это, говорит, тот, который, говорит, отец сватал за твоего старшего брата и его дочку, и которую он не выдал за него замуж. Вот такой вот человек. Вот сейчас именно за эту тему я его сюда привел, потому что отец выдал замуж за кого, богатый, вот именно эта тема шла. Младший брат говорит, он говорит, за сына халифа отказался, говорит, дочку выдал. У него есть вариант, у него есть муж или там кандидат в женихи, да, круче и богаче и величе сегодня, чем сын самого халифа, который будущий халифа. Старший брат, говорит, замолчал, ничего не сказал. Если из-за Канаба Бану ибн Таля, если бы нашего брата старшего, который он будущий халифа, он не видел дочку замуж, может, он нашел бы ровню, которая вот еще круче, чем наш старший брат, да, еще величественнее. Или он как не видел ее замуж, и, как мы говорили, маринует дома, маринует ее, никому не давая. Старший брат говорит, «Аль-Хакку аннани ла а'рифу шей'а мин хабариха». Правда в том, что я не знаю ее хабар, я вообще ничего не знаю. Этот хабар услышал один из Медины, жителей Медины, это с Дамаска пришли, это все гости халифа, местный мединский человек. И он говорит, разреши, говорит мне, Амир, я вам расскажу вам эту историю. Факат, он выдал ее замуж за одного бедного сироту с Медины, Абу Вадаа его звали. Он говорит, «Хуа джаруна бейт бейт». Он говорит, «Сосед наш, дом, вот так, близко». И его женитьба история, говорит, такая красивая история есть. Я расскажу, говорит, «Аллахи, она очень красивая». Я ее вчера читал, и мне на самом деле прослезился, прочитал. Она на самом деле история такая, что каждый человек может с ним пример брать в этом. Он говорит, не Абу Вадаа, а сам лично рассказал, он ее сосед. Лично сам рассказал, конечно, говоря о ниаматах Аллаха, как вот Аллах в Коране сказал, «Амма би ниамати раббика фахаддиф». А вот ниамати Аллаха, говорит, Аллах говорит, рассказывай про них, говори про них. Не говори про плохое, про рибаду, про плохое качество.
говорит о нимате Аллах. И он рассказал ему. Он говорит, мне Абу Ада'а сказал, «Кала, кунту кама та'аляму, улазиму машта Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям». Я говорю, вот сосед рассказывает, Абу Ада'а своему соседу. Я говорю, как ты знаешь, говорит, я ходил в мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ходил на уроки строго. От Саид ибн Мусайба уроки ходил он. Он ученик талибу аль-илм. И «Узахиму наса алейха бин манакиби». Я говорю, вперед лез, вперед в рядах, чтобы шейха слушать и вот знания получать. И один день я, говорит, уроки не посещал, и что он не появлялся на уроках. И шейх заметил это. Вот те, которые лица, которые постоянно приходят, ты вот уже замечаешь, когда его нет, ты замечаешь. Вот этот человек, я в прошлый раз здесь сидел, выдел, если еще раз он не исчезнет, я же замечу. Потому что я уже лицо запомнил. Те, которые он тоже замечал, которые постоянно на уроки ходили. И что получается? Он говорит, где он, спрашивает, что с ним случилось? Заболел, может? Давай, как мы его навестим. И про меня спросили, говорят, а как у него жена умерла? Он ее хоронил и отвлекся от своей жены, вот несколько дней не смог прийти, да, у печали был человек. И когда пришел на урок, шейх его спрашивает, сразу заметил, спросил, ай на кунда я баба да, говорит, где ты была баба да? И он говорит, жена умерла, и я занялся ею, да, хоронил. Вот. Мне тазеты вот делать, люди нам приходили. Он говорит, шейх, говорит, почему бы ты мне не рассказал? Я бы пришел бы ее хоронить, не пришел бы, как бы тебя успокаивать. И Абу Ада'а говорит, я сказал, говорит, джазака Аллаху хайран. И я хотел, говорит, уйти. Какой-то фастабхани, он говорит, останься, сказал шейх. Один на один, останься. Хатта инсарафа джамиу ман кана фил маджид. Пока все ушли, он говорит, останься. Фумма палали. Ты не думаешь, чтобы обновить себе женитьбу, то есть новую жену взять. Только он ее похоронил, успокоился, шейх ему говорит, новую жену взять не думаешь? Факульту, я альхамук Аллах, пусть Аллах смилостивится на тобой. Он говорит, кто, говорит, за меня выйдет замуж, когда я молодой, сирота, бедный, жил бедно и до сих пор живу бедно. Кто мне за меня выйдет замуж? Факуаля, ана узавиджука ибнат, я, говорит, дам свою дочку за тебя. Это который он халифе отказал, сыну халифе. فَالْعَقَدَ لِسَانِ وَقُلْتُ أَنْتَ. Я говорю, у меня язык онемел, не знал, что ему сказать. Ты, говорит, он не поверил. Ты выдашь за меня замуж за свою дочь, говорит, после того, как ты узнал, что я факир, ничего не имею, и что только что жена умерла. فَقَالَ نَعَمْ دَا, говорит, я выдам, какие проблемы. فَنَحْنُ إِذَا جَاءَنَا مَنْ نَبْلَى دِينَهُ وَخُلُّقَهُ زَوَّجْنَا. Мы говорим, если к нам приходит человек, который мы довольны его религией и нравственностью, мы выдаем его замуж. وَأَنْتَ عِنْدَنَا مَرْضِيُّ الدِّينِ وَالْخُلُقِ. А ты, говорит, перед нами, говорит, мы, говорит, довольны твоей религией и нравственностью. Как мы выдаем. Мы знаем, просто сам завещал этим же отцам и дядям и валиям. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Если к вам придет человек свататься свою вашу дочь, который религиозный, который нравственно воспитанный, Аллаха боится, просто сам говорит, «Фазаубиджу, выдайте за него замуж». Это повеление пророка Саудовска. Я это сказал, не дедушка сказал, там начал не выдавать, он дедушка против. Пророк сказал, выдай замуж, если он богобоязненный человек. Илля тафалу, если вы не сделаете, просто он говорит, так он фитна тун филал, на земле будет фитна. Валлахи, она хочет замуж. Он пришел засвататься, ты не видел. Фитна будет, она будет с ним по телефону общаться, он тебе на стороне никак почитает, и тебе это боком будет. В Аллахе была история, когда сватался брат мусульманин, отказался. Я ему этот хадис привел, и я ему поклялся Аллахом, говорю, я тебе фитна будет. Я верю в пророка Саусам, я в тебя не верю, я в пророка верю. И он сказал, фитна будет и фасад будет. Эта девочка стала такфиристкой, убежала из дома, два раза убежала из дома. Она все равно вышла там. Ему пришлось все-таки выдать за этого человека. Потому что другой нации был, другой равен был. Разве это не фитна? У Аллаха было, что он онемел, говорить не мог. Просто от фитны это дело. Это же необычно, если молодая девушка из дома убегает 17-15 лет. Убежала, потому что она хочет замуж. Просто он тебе повелел, выдай замуж. Узнай про ее религию, не узнавай про ее нацию, про ее туфу. Религиозный человек, Аллаха боится, да. Выдай, не выдашь, она вот тебе боком выйдет. Разве может, она опозорила его. Разве это не фитна? Убежала из дома без разрешения отца. Ты ее не даешь, она как-то себе путь найдет. Особенно ты мне тем более у нее телефон оставляешь.
Это телефон, через телефон любой человек может к ним туда войти. То есть на него связано, сестра сказала, номер дал и пошел, поехал. Отцы 99% не контролируют своих дочерей. Это вы учите, я сейчас говорю, кто-то здесь взрослый, кто-то моложе. Вы не контролируете, вы не знаете, с кем она общается, с кем она ходит, с кем она общается. Многие с ним общаются с сестрами, такфиристками. Они к вашей дочери такфиризму заходят. Они такие темы обсуждают, я не знаю, вам самим такфир, потом скоро вынесут. И потом такфир, когда вам такфир выносят, им легче из дома убежать. А ты же кафир, можно и замуж выдать. Они себе вот так облегчают путь к никаху. Один из этих, они моментально замуж уходят после этого. Следите за своими дочерьми. Вы давайте их быстрее замуж. Только вырос, пришел человек религиозный, а пророк тебе повелел выдать замуж. Не надо, дядя там не посоветовались, там дедушка там не согласен, мама. В Аллахе большинство из них, этих мужчин, женщин не разрешают быть это. Мать не хочет подальше от себя, чтобы она уехала. Она капает на мужа, и муж просто за то, что в доме матриархат красивый не получается. Муж не контролирует, мужу слово эту семье. Больше половины дагестанских семей, которые я лично знаю, матриархат дом. Женщины командуют, она решает, куда замуж. Я прихожу к человеку, брат мусульман хочет сватать ее дочку. И он мой знакомый, я его уважаю. Я ему говорю, вот пришли братья, выдай дочку за него замуж. Он говорит, я сейчас дочку спрошу и маму, что жену спрошу. Вот пусть они решат. Я говорю, Аллах тебе зачем владеем сделал, если твоя жена будет решать? Аллах же тебе дал влияние. Если жена выйдет замуж, это никак не действительно, это жена. Аллах тебе дал, зачем? Чтоб ты решал. Почему ты это все на жену оставляешь? Разве нету у тебя мужского? Аллах тебе дал, ты воды, чтобы ты решал, ты узнал за этого брата, кто он такой, соблюдающий, не соблюдающий, чтобы ты выдал замуж. Мать не хочет, все, она всю погоду потеет дома. И дочку против настраивает, и отца там дочку пугает, и отца настраивает. Эй, отец, это твоя дочка, ты за нее предала мать свою. Мать тоже заткни, свою жену заткни. Это что это матриархат? Есть матриархат скрытый, есть открытый. Скрытый, когда жена тебе внушает то, что она хочет. И ты думаешь, что ты тоже это хочешь. Это очень аккуратный скрытый матриархат. Это не каждый замечает. Это есть. Она тебе столько капает, капает, надо мне шубу купить, шубу купить. Потом ты говоришь другу, я решил, мне шубу. Ты не решил. Ты пиво, пока ты не решил. И я решил с ней одна пункт поехать куда-то. Она тебе целый год просто тебе приняла куда-то, пока ты не дал согласие. Это не твое решение, это решение жены, она решила. Это скрытый, это еще ничего не говорю. Если открытый, в наглую. Она против, все, там уже ничего не двигается. Все останавливается, она ручник тянет, все, он тянет. Мне стыдно, мне просто близкие люди и родственники, и знакомые. Я их семейные темы же разбираю, я там уже вижу, кто что там происходит. Очень много, это просто, это стыдно. Просто там говорят, если никогда не преуспеет народ, который женщине правит. И семья, которая женщине правит, это никогда в жизни там порядок не будет. Если вы мужчины, и Аллах сказал, мужчины, кавамуна аля ниса, они правят над женщинами, Аллах дал им преимущество, будьте мужчинами. Вот сейчас вы, пока вы не женились, пока вы молодые, по Аллаху вот сейчас вы девочку упустите. Потом будет поздно. Потом уже потом дети пошли, потом они терпят, пока дети там замужем дадут. Это уже из-под контроля это выходит. Это, честно говоря, иногда не потому, что эти мужчины не мужчины. Просто они не контролируют. Это процесс, они не заметили, как произошло. Они это очень аккуратно делают. Он сам не понимает, как она на него седло поставила. Он незаметно, да, вот так потихоньку, этот процесс происходит. Она твои слабые места ищет, и через этот момент она на тебя давит и потихоньку свое слово в семье, чтобы ты обладал. В Аллахе это очень, это фитна. Потом эта жена любит свою дочку. Она потакает своей дочке, потом отцу внушает то, что дочка получает. Это маленькая девочка, 17-18 лет. Она все командует семью. Она хочет учиться там, Михаил Иванович, или в Москву поехать учиться. Она мама капает, мама же уже девочка у нее, она отцу капает. И тема пошла. И происходит так, как вот эта девочка хочет. Я просто знаю, и в реальных мисалах так говорю. Эта тема мне в голову пришла от событий, которые я просто внутри участвовал. И когда женщина дома правит, это просто каша. Невозможно
Вот если ты мужчину поговорил, на месте поставил, вот так по Корану хадису, можно. Но если за ним жена, и она командует, эту тему никогда невозможно решить. Нам же жена опять ее накапать, опять настроить. Он тебе сегодня слово дает, завтра приходит, вот так голову опускает. Значит, он не может это регулировать. Это из-под контроля вышло. А настоящие мужчины, значит, это были, как Аллах Коран сказал, миналь муминина риджаль. Есть мумин, есть мужчины. Мумин и мужчины, которые садаку ма ахадуллах алейхи, которые они оправдали тот долг, или как сказать, тот договор, который с Аллахом. Это таких мужчин мало бывает. Просто по глупости иногда матриархат попадает, братья. По глупости. Просто они не контролируют. Они говорят, мяша мягкость мужчин. Женщины воспринимают как слабость. Есть мягкость, где нужно иметь руку. Нежность. Мягкость — это ночью. Один на один, когда снятся. А есть моменты, когда худуд у Аллаха поток носит. Фарз намаз читать. Девушку не выпускать на учебу, где ихтилат, харам. Дороги сафари не отпускать. Вот там покажи ты мужчина. Вот там покажи жесткость, вот там устойкость. Никакой там компромисса нет. Где Аллах запретил, нету компромисса. Даже не обсуждается. Поток она назад или вперед хочет. Не обсуждается. Аллах как сказал, так и будет. Это просто, это как железо. Ты начинаешь мягко здесь. А там в других местах то, что она тебе там соль не досыпала, готов ее загрызть. Там соль не досыпала, а ужин там не такой вкусный, там не знаю, там опоздалась подать. Ты Аллах дать готовый. А она то, что на вас даже вовремя не читает, нормально поток не носит, это тебя особо не волнует. Или ты так требуешь, только не настойчиво. Это тоже частичная матриархат, братья. Если ты не можешь женой командовать, регулировать семью, это не твоя жена. Если она тебе не подчиняется, Аллаху не подчиняется, это не твоя жена, брат. Она твоя, не знаю, она кто угодно, но только не твоя жена. Жена должна мужу подчиняться. И Аллаху подчиняться. Не подчиняется, ты ей даешь время, потом говоришь, прощай. Ладно, идем дальше. Он говорит, у тебя религия и нравственность. Мы довольны, говорит, а до таких не выдаем. Нет проблем, ты сирота, денег нету. Он говорит, потом повернулся, кто там остался там подальше, и пригласил их. Когда они подошли, говорит, он начал, «Альхамду лилляхи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллах». Он начал салават делать. «Ва'акада ли аля ибнатихи», там никах почитал. Пригласил двух свидетелей, там же на месте никах почитал. Только что он жену похоронил, не успел успокоиться. Девушку, которую сына халифа не дал, выдал за него замуж. И он, у нас сколько с тобой, говорит, 2 динара, дирхама, серебряных дирхам. Вот это, говорит, имах пускует. Факунту ана ла адри ма акулу мина дахшати валь фарахи. И когда я, говорит, встал, уже никак почитали. Я, говорит, встал, говорит, я не знаю, что сказал, говорит, от удивления, от... Он в шоке от ситуации, которую он на самом деле попал. И пошел домой. Я, говорит, пост держал. И забыл, что я даже пост держал. И я говорю, про себя говорю, лайхака я бы, вода, а что с тобой, у горы тебя вода, вот ты встрял на самую ситуацию. Как ты ее будешь содержать, откуда деньги долг достать, она такая у шейха, дочка там, он хочет дать достойно это все сделать. Откуда деньги он не знает достать на самом деле. Вадалату аля хали хади хатта уддин аль мар. Пока Махри не почитал, я в таком шоке был. Вот, думаю, что сделать сейчас, как свадьбу сделать, как это все организовать. Фаддайту аль мактуба, почитал намаз, говорит, начал пост отпускать, а мне, говорит, там хлеб был и зейт, этот оливки были, масло оливковое, да? Фома, он чуть-чуть покушал, уже до гер стучаться. Я говорю, кто, говорит, стучится? Саид, говорит. Я говорю, мне все Саиды в Медине в голову пришли, говорят, только не Саид, мой Саид. Потому что, говорит, Саид, Мусайя, 40 лет, говорит, я его не знаю, говорит, кроме как до мечеть, на урок, домой. Никому не ходил. 40 лет. И 40 лет в намазе он никого ноги сзади, говорит, спереди, вот, задние ноги не видел, говорит, потому что сидел перед ним, говорит, намаз читал. 40 лет. Мечеть, дом, и только перед ним ходил. Поэтому он даже подумать не мог, что он к нему пришел, к какому-то бедному среде, просто. Фафатахту льбаба я открыл дверь, говорит. И передо мной Саид Мусайя стоит. Я подумал, что он передумал.
Он на самом деле пока не подхватился и подумал, что... Фаполил его Аба Мухаммад, и говорит, Аба Мухаммад, почему, говорит, ты мне, говорит, не сказал, я сам пришел к тебе, что ты, зачем ты домой ко мне пришел? Сегодня, говорит, ты больше имеешь хакта, чтобы тебе пришли, ты же сейчас жених сегодня. Фапала калла ва иннама джиту ли амри. Он говорит, заходи, добро пожаловать. Он говорит, нет, говорит, я конкретно по делу пришел. И что за это дело, говорит, пусть Аллах нас смилостивится над тобой. Он говорит, я хамка Аллаху, говорит. Он говорит, моя дочка, говорит, с утра, еще когда в духа время было, когда урок закончился, стала твоей женой. Я, говорит, знаю, говорит, что ты сейчас одинокий дома, жена умерла, тебе тоскливо, и нет кому тебе разделить твою печаль. И я, говорит, не захотел, говорит, чтобы ты одну ночь проночевал, говорит, чтобы твоя жена была со мной осталась. Чтобы жена в другом месте была, ты здесь был. И поэтому я, говорит, пришел и привел ее к тебе. Ту же ночь. Чтобы одну ночь дали, чтобы не проночевал, субхана Аллах. Акбир! Аллах! Он говорит, говори мне, ты что, пришел с ней, говорит, он. Он-то не знает, он только ее увидит. Он говорит, да, пришел с ней. И он говорит, она говорит, за ним стоит его дочка. Он повернулся к дочке и говорит, заходи, говорит, в дом твоего мужа, дочка моя. Алла исмилля, его баракати, что Алла исмилля, Алла баракати, да, заходи, говорит, твоему мужу. И она захотела шаг сделать, она запуталась в одежде, чуть не упала. Стыдно ей. Только утром отец сообщил, она сама тоже в шоке. Чуть не упала, говорит, от стыда. Она, я, говорит, перед ней стал, говорит, тоже в шоковом состоянии, не знаю, что сказать, уже до речи потерял. Только утром, недавно похоронил жену, на урок пошел, уже остался, женился, уже дома ее привели. Он даже не успел осознать, что произошло с ним. Потом я понял, что она вот будет в дом заходить и начал прятать свой кусочек хлеба. Стыдно показать, что он кушает. Сразу спрятал. Где-то лампочка горела, кто подальше поставил, чтобы темноту, чтобы она не видела. И залез на крышу, брат, начал кричать. Соседи говорят, что с тобой случилось? Ночью вечером кричит. Он говорит, Саид ибн Мусайяб мне сегодня свою дочку заново выдал, кричит он соседям. И он пришел, говорит, сейчас ко мне, говорит, и я, говорит, не ожидал. Приходите, говорит, заходите, говорит, и позовите мою мать, говорит, чтобы она с ней посидела, чтобы она одиночество не почувствовала. И одна старуха, говорит, говорит, вайхака, а та ты матакульт. Он говорит, говорю тебе, ты вот понимаешь, что ты говоришь? Ты на самом деле, может, с ума сошел? Они не верят ему. Они весь Мадина обсуждают, что халиф отказал. И он сейчас, один бедняк, среда, говорит, он мне видал свою дочку там, они даже не поверили ему. Он говорит, Саид, ну Мусай, кто тебе выдал дочку? И сам привел, говорит. Они же вообще никому в гости не идет, 40 лет. А я, это тоже удивительно. И этот тот, который, говорит, отказал сыну халифе, он говорит, факульту наам, я, говорит, сказал, да, это он. Она вот сейчас, говорит, дома у меня сидит, и приходите, посмотрите на него. И все там толпой, конечно, пришли посмотреть такую невесту, самая крутая невеста во всем исламском мире, которую самому сыну халифа отказали. И они не верят, рахабу биха ва анасу ва вахшата. И они ее поприветствовали и посидели, пообщались с ней. И мать ему говорит, мать пришла тоже, «Ваджхи мин ваджхика харам». «Мое лицо твоему лицу харам». То есть ты меня не увидишь, я на тебя обижусь, говорит. «Если, говорит, ты мне его не оставишь, говорит, чтобы я тебе его подготовил». То есть отец ее там привел, ну, отец же не знает, как ее невесту подготовить. Остал, говорит, мне, я его подготовил, или я на тебя с собой разговаривать даже не буду. И как на самом деле достойный девушкам подавать, невесту подавать, вот так я тебе подам. Факульту анти ва матуридин. Мать говорит, ты как хочешь, так и делай. И она 3 дня у себя его держала, подготовила и привела к нему. И он говорит, фаида хия мин абха ниса иль мадинати джамала. Она говорит, она оказалась, она привели его, самая красивая девушка в Медине. Очень красивая такая оказалась.
وأحفظ الناس لكتاب الله أنا بوش يصير قرآن يجوز نوع تويس أنا بقول سنة قرآن يجوز نوع حق بوجنا وأعرف النساء بحقوق الزوج أنا بوش سو زنوا بروا موجا زنوا حديث بروا فسر أصلا أتسيو نوع شو علم وشون نبلا كلاسيفيس أبلا ريبيوس نبلا и я остался как несколько дней с ней как молодожен и отец не приходил ко мне никто не мешал ему ثم إني أتيت حلقة и пришел к мечеть дальше продолжал уроки начал приходить فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني я говорю ему салам дал шейху он на меня салам тоже вернул ничего не сказал когда маджлис все разошлись один на один остались он говорит ما حال زوجتك يا أبا وداع هل قلت في جنيك يا أبا وداع توزي ودوشر فقلت هي على ما يحب الصديق ويكره العدو أنا قلت كاك لبت شب بلا أنا قلت كاكم سستيني لبت شب دروب شب أنا بلا كاكم سستيني враг ему не понравится то есть друзья обрадуются как враг огорчится в таком состоянии как فقال الحمد لله сказал этот отец и когда я домой вернулся я нашел что дома уже лежат деньги которые отец дал чтобы нам помочь на первое время пока даже он домой не пришел уже отправил деньги и чтобы ему как молодожену помочь первым понял а дома ничего нету он все равно и настроение аджибту амра хада раджу этот сын халифы говорит я удивляюсь от этого человека что за человек такой неудивительный человек وما وجه العجب فيه أيها الأمير إذ شمت وديولاش قلت أمير عمر это мединский который рассказывает эту историю إنه إمرئ عجل دنياه مطية أخرى этот человек который говорит свою дунья отдал чтобы получить آخرة واشترى لنفسه ولأهله الباخية بالفانية который купил себе и своей семье вечную жизнь на то что которое уходит в мирскую жизнь то есть в мирскую жизнь он купил себе вечную жизнь فوالله إنه ما ظن على ابن أمير المؤمنين بابنته ولا أراه غير كف لها وإنما خاف عليها فتنة الدنيا والله قال он говорит не пожалел говорит халифе дочку видать он просто испугался что твоя дочка фитну попадет в религиозную ولقد سأله بعض أصحابه некоторые ученики спросили فقال أترد خطبة أمير المؤمنين а как ты говорит не выдал замуж дочку за أمير المؤمنين как ты смог وَتُزَوِّجُ إِبْنَتَكَ مِنْ أَجْلِ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ и обычному человеку замуж, как ты выдал? Почему ты так сделал? Спрашивает. فَقَالَ إِنَّ إِبْنَتِي أَمَانَةٌ فِي أُنُقِ моя дочка, говорит, это амана на моей шее, которую перед Аллахом надо отвечать. وَقَدْ تَحَيَّرْتُ فِي مَا سَنَعْتُهُ لَا صَلَاحَ عَمْلِهَا я, говорит, подумал, как ей лучше сделать, что моя дочка на самом деле перед Аллахом нормально была. فَقِلَ لَهُ وَكَيْفَ и как ты это сделал? Он говорит, как вы думаете, говорит, если моя дочка с обычной жизни пойдет к крепости халифов, амир-ль-муминин, крепости, там вокруг нее будут ходить служанки, повара, там, ее, она будет туда пешару делать, ее будут приносить. Фума ваджадат нафса абададарк заводжатан халифа, еще после этого она нашла, что сын ее станет халифой, уже она первая леди во всем исламском мире. Айна юсбиху дину хайомайдин. Куда ее религия, во что ее религия превратится в этот день? Когда она получит это величие, когда это деньги, когда это власть? Куда ее религия денется? Фалпали раджу имя ахли шам. Этот шам, который человек говорит. Я буду анна сахибаком, ты разум фариду мне нас. Это ваш человек, он редкий породы человека. Этот шам, который в Медине, который он шеф, редкий породы человека. فقال الرجل مدني مدينسكي человек ему отвечает والله ما عدوت الحق ابدا ты прав говорит والله ты حق сказал فهو صوام النهار он днем постится قوام الليل ночью تهجد читает حج نحو من 40 حجة 40 раз хадж сделал وما فاتت التكبيرة الأولى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام منذ 40 عام 40 лет تكبيرة الأولى первый تكبير он с имамом делал и первым году не сказали Субханаллах, кто из нас молит? وَلَا عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ قَفَ رَجُلٍ فِي السَّلَاةِ وَكَانَ فِي وُسْعِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ он мог любую курайшитку взять себе из достойных жен. Но он взял дочку Абу Хурейры замуж. Что Абу Хурейра у отца много хадисов было. Он взял ее дочку, чтобы у шейха Эдмин получить. И Аллах ему такие знания дал. И Альхамдулилля, Аллах ему такую дочку тоже дал. Праведную.
Потому что он свою жизнь, детство посвятил талабу аль-илм. Фадахаля аля азваджи наби саллаллаху алейхи ва саллям. И он зашел к женам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы получать. То есть у них ситар, у них занавес был, у них хадис получали. Так пророк он жил, как он рассказывал. Ва тааффара бихинна, очень сильно от них вот он получил асар. То есть он от них, этот имам и это знание он от него получил. И он получил знания Зайд ибн Сабита, Абдулла ибн Аббаса, Абдулла ибн Умара. Это сами ученые уммы, он их знания получил, Саид ибн Мусайяб. Самиа мин Усман ибн Аффан, ва Али, ва Сухей, ва гайрихи мин ас-сахабат наби саллаллаху алейхи ва саллям. Он этих разных сподвижников великих он получал знания. Ва тахаллака би ахлакихим. И от их ахлак, их нравственность он питал в себя. То есть мы в этой странице сказали, он поклонялся ночью, ибадат, пост, намаз, перехадах, такбират ихрам. В этом ряду сказали, что нравственность. Когда мы говорим не салафи, это имеется в виду салафи, акиде, и в ибадате вот так, и в нравственности вот так, как у них нравственность. У нас только на языке акида вауби правильные, ибадата у нас нету, ни ахлака нету. Почему за это никто не думает? Если ты понял акиду, тебе это должно поближить на поколение Аллаха. Если ты поклоняешься Аллаху, тебе это должно побудить на красивую нравственность. Это очень взаимосвязанная вещь. Одно без другого не бывает. И еще одну историю с пророком расскажем. И мы на этом закончим. Я начал хорошо его. Вальхамду лилляхи раббиль аалямин. Дай Аллах нам иман, как у Саида ибн Мусайяба. И правильных дочерей и сыновей, как на самом деле у него Аллах ему дал. История известная, чтобы мы посмотрели другим взглядом на него. Сподвижник идет с караваном, с подвижником, вот, пророк идет с подвижником домой, возвращается и видит, отстал один верблюд. Один всадник на верблюде отстает. Конечно, пророк сам как нормальный амир, как нормальный халифа, как пророк, он заметил изменения, специально приостановил верблюд, а он Джабир ибн Абдилла. Что случилось с Джабиром? Вот верблюд хромает, что-то он медленно идет. Сделал просто дуа и ударил его. И верблюд начал идти так, что уже весь караван обогнал и впереди идет. А пророк сам тоже верблюд самый быстрый был. Они вместе начали идти. Это опять-таки с никахом связанная история. Она должна ее обсудить. И пророк сам опять-таки заботясь о своих подвижниках, говорит, ты женился, говорит, Джабир? Он говорит, да. На ком женился? На разведенной или на бик, которая не была замужем? Он говорит, на разведенной. Почему, говорит? Потому что отец умер шаидом Бадра. У него Абдулла шаидом стал при Бадре. И оставил девять дочерей, говорит, сестер для него. А он же их должен воспитать. Не хотел, говорит, взять бихр и еще одну такую маленькую девочку. Десятую домой брат. Поэтому я взял разведенную, которая за ним посмотрела бы, и ухаживала бы, и воспитывала бы. Просто он говорит, правильно сделал. Правильно сделал Джабир, но что он говорит? Сейчас бери, говорит, бикр, который не был замужем, чтобы она играла с тобой, чтобы ты игрался с ней. И насчет этого тоже очень интересная история есть. Только это расскажу, и это закончу на этом истории. И понял, пророк сам про его историю, что у него 9 сирот, молодожен, верблюд хромает, отец сирота, денег нет. Сразу смотрите тонкость, кто богатый человек садака делает, как надо красиво садака делать. Так даже, чтобы человек даже не заметил. Джабир говорит, продай как-то твой верблюд мне. Он говорит, сколько дашь? Он говорит, например, 5 динаров. Он говорит, нет, я тебе не продаю. 6, 7, торгуются, идут. Ну, да, торговались определенной суммой. Все, говорит, я, говорит, Джабир говорит, продаю тебе верблюд, говорит, устроим же я до него, до дома дойду. Просто он говорит, я принимаю твои условия. Приходит домой, прошел к жене и с верблюдом пришел в мечеть. И дал знать пророку, что я пришел с верблюдом, это твой верблюд, забирай деньги давай. Пророк отправляет Биляда с деньгами. Биляд приходит, деньги приносит ему, и говорит, деньги твои, и верблюд сказал, пророк тоже забери. Вот сейчас посмотрите, кто у меня спросил. Во-первых, он при разговоре сразу ощутил, понял, что человек сирота, дети, молодожен, отец умер, он еле-еле живет.
Во-первых, верблю дуа сделал, верблюд нормально стал. Во-вторых, деньги. Он не садака ему дал, чтобы он почувствовал, он бедный там. Он говорит, поторговался еще там достойно. Деньги вернул и верблюд вернул. Даже когда деньги возвращал, не сам пришел, деньги православно возвращал. Перед ним уже неудобно было. Когда тебе кто-то там передал деньги садака, принять легче, чем когда он сам тебе из кармана даст, сказать, брат, неприятно. Ну, ты чувствуешь, да, как будто не то чувство. А кто-то сказал, передай конверт, ничего страшного. Билет передает, он будет сказать, я хочу, не буду, он же не имеет права, это почтальон. Тут передача. То есть он свое достоинство сохранил, деньги приобрел и люди забрал. Просто тонко просто помог ему. Тут заметил, что нужда, и даже он не почувствовал, что ему садака дает, субханаллах. А мы любим это подчеркнуть, а вот, какой я красавчик. Если это на показу, это вообще там, субханаллах. И вот просто сам такой тонкий психолог был, он такой брал был. Даже человек не дал ощутить это. Сразу, и опять-таки, помните, мы говорили, как дела не дежурный, а как дела на самом деле заботясь о нем, спросил, узнал ситуацию, еще совет дал, сейчас взял разведенный, еще битве тоже сказал, возьми вторую жену. Кстати говоря, это очень, это тоже, это просто насихат. Только женился, он бедный, на разведенный, еще как возьми. Микро тоже возьми, как ты хочешь почувствовать, как это на самом деле. И как говорит. Субханаллах. Рассказываю одну историю. Один человек, яхуд, сказал, говорит, я не женюсь, говорит, пока 100 раз со 100 человеком не посоветуюсь. То, что они скажут, так и сделают. 99 человеком посоветовался, он устал, наверное, противоречивые вещи начали говорить. И в конце говорит, вот как, что скажет, 100-й последний, вот как он скажет, так и сделает. И вышел этот день, и первый встречный такой-то дурак больной на голову. Сидит на палке, как будто на коне, и скачет. Он говорит, останови свой конь. Останови, говорит. Скажи, говорит, мне, на ком жениться, говорит. Я вот решил, говорит, ну, как ты скажешь, так на том и женишься. Этот больной человек говорит ему, женщины как бы трех видов. Первый говорит, для тебя. Вторая, говорит, на тебе. Третья, говорит, не тебе и не на тебе. И дальше поскакал. Он так себя пришел, понял, что ничего не понял. Обратно побежал, говорит, останови свой конь. Тормози, говорит. Он остановил свою палку. Это не конь был. Он говорит, что хотел? Он объясни, говорит, я ничего не понял. Кто такой, на меня или для меня? Он говорит, возьми, говорит, бикра, женщина, которая не была замужем, и эта жена, говорит, для тебя. Она, говорит, кроме тебя других мужчин не знала, у нее сердце было пустое, и ты ее своей любовью заполнила. Она заполнилась любовью к тебе, и других мужчин она не знает. Это для тебя жена. А кто, говорит, на мне? На тебе, говорит, жена, которая, ты женился, разведенная с ребенком, она, говорит, кушает твой риск и думает о другом. То есть она была замужем, там, светлая получилась, ты ее содержишь, а думает она о другом. Это на тебе жена. И ребенок, это проблема. Кстати, и тоже совет братьям, кто с детьми жену, сестру берет, или там с сиротами, это очень хорошее, благое дело. Но учтите, это очень ответственно и очень сложно, Аллахе очень сложно. Потому что эти дети, когда вы будете обижать или наказывать, это будет их крайне и 10 раз больше обижать и задевать. И это очень сложно. Если вы это делаете, бисмилля делайте, это хорошее, Аллах, очень хорошее дело. Но очень ответственно относитесь. Они без условий выходят замуж, потому что у них ситуация такая. Вы учтите, я вот на своем личном опыте знаю, это очень Аллахе сложно. Очень сложно, потому что бывшие мужья, детей это отбирают, или сирота, и они обижают. Это сложно, но это очень благое дело, и награда великая, но это не значит, что это легко. Вы вот то, что вам легко это достается, не спешите делать, подумайте хорошенько. Потому что когда ради Аллаха что-то делаешь, Аллах тебя испытывает. Там надо очень много терпения проявлять. Вторая жена вот такая, он говорит. Третья жена, говорит, которая не тебе и не на тебе, та жена, которая разведенная, ты взял, говорит, она говорит, тебе, говорит, если бывший муж хуже тебя был, она тебя полюбит сильно. Если бывший муж лучше тебя был, это на тебе, говорит. Потому что каждый раз будет вспоминать того мужа, и ты будешь просто это все терпеть. Он говорит, субханаллах, ты, говорит, такой мудрый человек, что ты, говорит, как дурак? Куда сюда скачешь? Он говорит, я ученый человек, мне эти яхуды сказали, бетхад, я ученый, этот студент у них,
Мне легче дурачком прикинуть, чем это на себя взять. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. Пусть Аллах нас дарует иман крепкий. Аллах нас дарует праведных жен. Праведных, иншаллах, потомство. И соединит наши сердца, иншаллах. Укрепит наш иман.